Добрый вечер, господа. Вернее, начинающийся вечер. Так-с, сейчас. Я тут просто, понимаете, вот эту ерунду забыл настроить, которую вроде как мне рекомендовали иметь под рукой, чтобы вы что-то там могли мне или вредить, или помогать в игре. В общем, я не понял. Ну, вроде как привязала, а там хрен знает, будет работать, не будет работать, потому что, ну, Borderlands 3. Там всегда вообще лотерея. Судя по новостям, она работает не у всех. О, господи, не готов я к стриму. Сейчас. Переоденусь. Переоденусь и начнем. Так, не расходитесь. Так, я почти готов. Так. Нет, не совсем я готов. Сейчас, еще секунду, еще. Подумаешь, стример не готов к стриму. Так. О, господи, боже мой. О, господи, сейчас. Странно. Очень странно. Так, ладно, сейчас. Да, морг. Некоторых девушек на Твиче за такое банят. Ничего страшного. Я, кстати, видел, которую забанили недавно. Очень веселая ситуация была. Но нам не до смех. Я не понимаю, что не так-то. Так, ладно. Что-то сегодня и вебка не заводится, и вот это вот все. Так, ладно. А человек-повтор, привет, кстати. Ты на этом моменте можешь мотануть вперед. А, я понял, почему, Все. Это фа, это все. Я разобрался. Так, все, последняя минуточку дайте. Ну, дайте, ну, пожалуйста. Yes! Сегодня впервые наш стрим начинается не через 4 минуты. Да, а аж через 7. Так, доброго... господи, так, некоторые лишние элементы уберем. Доброго вечера еще раз, друзья. Здравствуйте. Все, спасибо за терпение, за ожидание. Ну, сам видите. Тут такое происходит, Так, я чувствую какие-то фризами попахивает, но... Ладно. На крайняк будем играть, правда, без вебки, потому что какая разница. Игра не самая оптимизированная на свете, будем честны, поэтому ничего страшного, нас поймут. Вот. Всем еще раз доброго вечера, сегодня играем в Borderlands 3, потому что, хочется посмотреть, я как бы две штуки вам подарил, в свою еще даже не поиграл. Интересно, хоть что за игра. Хотя, судя по тому, что я читал, это то же самое, что и было в предыдущих Бордерлендсах. Я себя нашел, кажется. Так, мне кажется, какие-то фризы. Какие-то фризы. Мне кажется, что фризы. Вот эти роботы фризель. Ах ты, собак. Ну-ка, сейчас выясним, почему. Так, i9 не тянет. Я думаю, не i9 виноват. Так, ну давайте смотреть. Ну мы скоро начнем, поверьте. Мы скоро вообще начнем. Ограничитель частоты кадров. Лимит 60 кадров. Ну. Так, за 60 не выходи. О! И все сразу хорошо. И это все потому, что кадры вот эти вот. Понимаете, когда нет лимита кадров, то видюх начинает работать на всю, выдавая лишние кадры, которые мне нафиг и не надо. Так, все, с этим мы тоже разобрались, справились. Угу, прекрасно. Всего лишь-то 9 минут стрима, а мы еще даже не готовы, чтобы начать игру. Посмотрите, пожалуйста, мои
любимые друзья. Да, работает вот эта вот ерунда, которая позволяет что-то там делать на стриме? Или пока еще нет? Или пока я игру не начну, она не будет активирована? Тут какие-то вот эти расширения очень модные. Не знаю, будут они работать или нет. Лимит кадров тупит и может сброситься при перезапуске. Будем надеяться, что не сбросится. Так, Хорк, игра скучновата на старте, делай скидку. Я? Так я не продаю. Я продаюсь, но не продаю в данном случае. Нет, пока не работает, пока ничего нет, настройка включи. Настройка игры надо включить. Так, ну сейчас включим. Ой, кровь, обучение, режимы карты. Скоро начнем. Ну попробуйте тут разобраться с этим. Сети общения. Так, частота, уведомления, расширение для Twitch. Включить. Так, значит, если парентер включен, то в ходе активной трансляции ваши зрители могут присоединиться к вам и взаимодействовать с вашей игрой с помощью технологий Эхонета. Данное расширение позволяет зрителям просматривать ваш профиль искателя хранилища, снаряжение, навык и рейтинг стража. Кроме того, время от времени будут доступны интерактивные мероприятия, в ходе которых зрители смогут получать ваши находки из редких сундуков, поздравлять вас с повышением уровня и даже управлять без башенными противниками. Прекрасно. Все сохранилось. Расширение для Твича включено. Так, у нас, кстати, новый смайлик добавился. Я вам обещал уже. Вот он. Он уже есть. Собственно, орк льет воду. Гениальный смайл. Сейчас очень подходит в тему. Потому что ничего не происходит. Мы игру не начинаем. Ору у тебя, Моник, 60 Гц. Ну да. Мне достаточно, у меня не настолько крутые характеристики, чтобы мне во всех играх 144 FPS выдавало. Да и стрима 144 FPS не изобрели пока. Вернее, просто невозможно будет битрейт весь посыпется, поэтому... 60 FPS это пока что стандарт. Full HD это пока что стандарт. А все эти 4К новомодные и 144 пока что не нужны. Вот, проверяйте. Орк, если у тебя игра на русском языке, то тогда не будет работать эхо. Расширение только работает с английской версией. Чё, серьезно? Да ну что такое-то с этой игрой-то? Я только запустил и уже не хочу даже дальше проваливаться. Значит, расширение есть, но оно работает только на английском. И... Есть английский. Но у меня же все равно английский, да? Нет, 2К сейчас стандарт, а видяхи уже поддерживают. Ну да, расскажи мне стандарт. Что ж, стримы Full HD, видосы на Ютубе Full HD. Что ж, самый популярный монитор это 1360 на 768 по статистике 2К там в жопе мира. Что ж, по статистике Стима самый популярный распространенный разрешение Full HD. Но неважно. Так, орк, и скорее всего в очередной раз закосячили с шрифтами. В общем, короче, бог с ним, ладно, разрешение, тогда я его нахрен отключу. Я не готов играть на английском. Я не готов. Вот просто играть на английском... Это совсем не то, чего я хотел. Убрать его. Или нет? Ладно, давайте проверим, а там уберем. Короче, поехали все играть. Простой стоп, в смысле простой, обычный. Обычный уровень сложности, сотрудничество, кооп, куренция. Классические правила заранее, кто получает за сотрудничество, выбираем доверие, является уникальным, созданным. Я играю один, у меня нет друзей. Ну так чё, ты хочешь услышать историю, а? История о космических приключениях, а? Тогда слушай, старину... Маркуса. Она как раз знает одну такую. Моя история начинается здесь, на захолустной планете под названием Пандора. Кто-то называет ее бесплодной пустыней, в которой растут лишь алчность и жестокость. И это правда. Но она же и благодатная почва для новых возможностей, если умеешь за себя постоять.
Искатели хранилища, бесстрашные воители, бороздящие смертоносные пески пустыни в поисках инопланетных сокровищ. Мой отец рассказывал мне истории об искателях хранилища и их похождениях, когда я был еще соплевым юнцом, и теперь я рассказываю ее тебе. Какие же сокровища сокрыты в них, спросишь ты меня? Слава? Богатство? Сила? А, или какая-нибудь чушь, типа милосердия или семьи? Включи фантазию, а меня не спрашивай. Каким бы ни было это сокровище, искатель хранилища должен быть всегда готов вырвать победу из алчных лап Рока. Я расскажу историю об очень необычном отряде искателей хранилища, которые совсем недавно отправились в свое первое приключение. Их сердца полны решимости, а их желудки что-то там. Кто знает, зачем старине Маркусу вдумалось ее тебе рассказывать? Может быть, герои этой истории кого-то напоминают? Самую малость? Так что нечего зазнаваться. Эти молодые искатели хранилища услышали зов сирены. Сирены по имени Лилит, героя Пандоры. Той самой, которая столько раз спасала нашу планету, сколько тебе и не снилось. Она искала себе команду бойцов, которые отправились бы с ней на поиски карты. Карты, на которой указано расположение хранилищ во всей нашей галактике. Но она не одна такая на Пандоре. Темные силы проникли в наш мир. Новая угроза, смертоноснее которой еще не знала наша галактика. Моя история начинается здесь, на Пандоре. Ее действующими лицами будут новоиспеченные искатели хранилища, их предводительница Сирена и, что самое важное, я. Мы дети хранилища. Минус стрим. Минус запись. Копирайт клейм. Требуется искатель хранилища. Двака Геймс представляет. Игра производства Gearbox Software. И, пожалуйста, титр эксклюзив для Epic Game Store, Epic Game Store, Epic Game Store. Даже тут 2К Games. Ну все, ладно, убедил. Теперь шах и мат. Ты победил. Everybody's got a fire to burn, and when it's all said and done, when it's all said and done, we can run. When it's all said and done, we don't run, we don't run, we don't, we don't. There ain't none too bad, ain't none too strong, ain't none too чё, я не успел прочитать. В общем, в роли охотника какой-то злач, злэп, злуп, лип. Моус в роли стрелка. Амара в роли сирены. Старый дед, первый дед в роли самого себя. У меня, кстати, 30 кадров почему-то сейчас на этой сцене. Обводка Земли 3. Эй,
day, beautiful day. А, чудесный денек, прямо создан для новых возможностей. Так, и кто же у нас тут? Так, значит, сейчас мы, видимо, выбираем себе героя, собственно. Я говорю, я очень мало играл в предыдущий Borderlands, вернее, играл во второй дольше всего. Но дольше всего это где-то вечер или два. Вот, там вроде тоже надо было выбирать. Значит, сирена у нас применяет способности для удержания сокрушения врагов. Что делает? Стой, я не выбрал! Ладно, неважно, играем за залпа. Значит, ты пополнишь ряды искателей хранилищ? Я Маркус. Зашибись времечко, чтоб стать алым налетчиком. Рада, что хоть кто-то вышел из этой заварушки живым. Я Лилит. Бандиты работают на секту таких же искателей хранилищ. Они хотят заполучить карту, но я планирую найти ее первой. Пока что двигай вперед, мой разведчик ведет тебя в курс дела. Пока. Я слышу ее у себя в голове. Это странно. Твоя остановка, искатель хранилища. Великолепно. Выхожу на охоту. Смотри, не сдохни, лады. Неохота лишить снова покупателя. Так, ну блин, кто ж знал-то, что ты тут наведешь мышкой, кликнешь и сразу же как бы примешь. Что это за ерунда вообще? А подтверждение? Эй, ты, значит, ты есть обещанный рекрут. Я Клэп Трэп, робот дворецкий. Да друзья называют меня... Железяка, генерал алых налетчиков. А ты кто будешь? Можешь звать меня Залп до тех пор, пока я не решу тебя убить. Чудесно! Надо будет сделать предзаказ на надгробие. Ну там, всякий пожарный. В общем, те, которые на вас напали, дети хранилища. У них тоталитарная секта, да, беспрекословное подчинение, все дела. Кстати, беспрекословное подчинение. Вот, на тебе. Как же они быстро говорят. Так, сейчас возьмем, сейчас возьмем. Марк, ты что, хайповый стример? Ну, надо же иногда и хайпить. Так, ну, не знаю. Пока что графончик, кстати, чуть пободрее, чем во второй части, по крайней мере, в моей памяти. Хотя я не так давно вторую часть запускал, чтобы записать геймплей для какого-то выпуска на второй канал, поэтому я не совсем давно играл. Borderlands. Эхо 3. Чуть мощнее, чем Эхо 2 и в два раза дороже. К тому же Эхо 2 была одна незначительная проблемка. Они внезапно возгорались. Короче, их в итоге переквалифицировали в зажигательные гранаты. Ну, собственно, как Borderlands 3. То же самое, только в два раза дороже. Короче, слушай мою команду, рекрут. Лилит приказал нам захватить вербовочный центр. Пора показать этим тоталитарным психам, что с алыми налетчиками шутки плохи. Со мной, рекрут. Навстречу славы. Я не знаю, какого мы персонажа взяли, но по ходу дела определимся. Так, короче. Я не знаю, надолго ли мы в Бордо, но поиграем хотя бы стримок, посмотрим, чё как. Но в целом, конечно, не думаю, что мы прям надолго задержимся. Так, прежде чем выплескнуть наш праведный гнев, тебе нужно зарегистрировать свой эхо в системе Перестройка. Разберемся с сектантами, я стану знаменитостью, я буду раздавать автографы, а ты охранять меня от полчищ фанатов-извращенцев. Марк, тупой вопрос. Ну, ты сам себе текста пишешь или тебе гострайтеры помогают? Текста чего? Роликов? Сам, конечно. Такс. Нифига. Гострайтеры, такс. Не, ну если там какой-то косяк, значит я дурак. Так что можете сразу... Сразу тыкать носом. Такс. О, какие-то облики даже есть. Это, видимо, за что-то, за какое-то издание. Или просто так они даются? Блин, нет, классически выглядит круче всего. А текста стримов? Текста стримов? Хорошо, это не мои, на самом деле. Дардонь, спасибо большое, вот тебе гусь... Что? Вот тебе гусь Windows 95. Так, надо пойти... Черт, теперь мне захотелось Windows 98 поставить. Все, приняли лицензионное соглашение. Идемте дальше. Да, Эхонет робит. Так, чё, работает расширение? Проверьте.
Чего заперто? Нет, только не это. Все миссии раку под хвост. Думай, железяка, думай. Ты сильная личность, ты независимая личность. Тебе же достаточно только слов сказать. Эврика! Рекрут, откройте ворота. Приказ старшего по званию. Да, работает. О, отлично. Но если работает, тогда делайте там вот эти гадости пакости, и не надо даже на английский ставить. Так, ну, слава богу, видите, хорошо, что мы ворвались сейчас в борду, когда уже все пофиксили. Я там что только не начитался. И тормозит, и DirectX 12 нормально не работает, и облачное сохранение в жопе, и т.д. и т.п. И вот этот эхонет только на английском. Так что, видите, мы слоупочили, и это правильное решение. Самый-самый не хайповый стример планеты. Ну, прыгай. Ну, прыгаем. Когда вышкой дергаешься, размазано. Так, ладно, это не мне. Это вы все про ваш 144 Гц? 144 Гц круто, конечно, но... надобности в этом пока ноль. Если вы, конечно, не любитель Counter-Strike'ов. Нет, это недалеко, ясничка, с оружием. Дыши тише, дело как я. Действуем скрытно. Действуем скрытно, я направляюсь сюда и повернусь, а потом сюда и все это. Вот, а вы говорите со шпротом играть, зачем мне шпрот? Мне этот клэптрэп как шпрот себя ведет, в принципе. Вот, если вам когда-то было интересно, как шпрот... выглядит, что он делает, как он думает, то в принципе, вот... Если ты поставишь 144 Гц, то у тебя будут уже не из интернета по две соны. Ты не буду я ставить, у меня монитор 60, мне не надо это все. Я рад, 60 это более чем достаточно. На соснолях до сих пор... Господи боже. На соснолях... И это ты называешь действовать скрытно, как тебя вообще на запчасти не пустили. Спокойствие, у нас на Пандоре, если ничего не взрывается, это даже как-то подозрительно. А теперь я крою оружие к бою. Оно тебе пригодится. Вот, на соснолях еще 30 FPS, а в борде, наверное, и 30 нет, потому что только новости про это и читаю. Так, открыть сундук, взять оружие. Так, давайте. Вот, поэтому, какие 144, все, это наши внуки будут играть. Кефир, так называется. Эти пушки прям как я, многофункциональные. Я, например, умею еще и танцевать, и петь. А у некоторых пушек еще и бывает альтернативный режим стрельбы. Попробуй. За мной, рекрут. Пойдемте, пойдемте. Ну, не знаю, кстати, я читал от Digital этих Foundry, что графонии тут даже местами хуже, чем второй, но пока... пока получше, пока как-то по детализированней, посочнее картинка выглядит. Так, жди здесь, я пойду к ним, вотрусь доверие, стану их королем, а потом мы с тобой устроим им кровавую сюрприз-вечеринку. Смотри, учись, рекрут. Эй! Есть тут кто? Заточка, говорит. Я святой менеджер по подбору кадров детей и хранилищ. Приветствую тебя, кровожадный маньяк-убийца. Я железяка, убийца-разрушителя, супергенерал алых налетчиков и шпрот заодно. Вы полностью огражены. Немедленно откройте ворота, и, возможно, я буду милосерден. Ясно. Я должен подумать. Пусть зовут себя как хотят. Все равно они бандиты. А бандиты все поголовно тупы. Хорошо, мы сдаемся. Только не убивай, пожалуйста. Как я и думал. Немедленно отворите двери и склонитесь перед своим новым повелителем. Тихо, тихо. Я выхожу. Стой, где стоишь? Наш план, мой план сработал, и вновь победа за алыми налетчиками. У меня странное ощущение, что со мной происходит. Ай, я выхлопное отверстие. Убейте еретиков во славу близнецов Калипсо. Так, все, Дардзирей, спасибо большое тебе за 27 месяц, вот тебе гусь эхо. Кардиограмма или что-то, электро, эхо, КГ, да, все, такой гусь. Так, я что-то не потому стреляю. Так, короче, что я могу сказать про Borderlands из своего богатого опыта Borderlands?
Я не любитель лутер-шутеров, но, возможно, просто не умею их готовить. Но для залипалого, мне кажется, вообще отлично, потому что... Просто бегаешь бездумно, стреляешь по чувакам, подбираешь новый лут и все. Ай, ай, блин, нет, fight for your life. Как в Guild Wars прям системка, которую я вам не рассказал в обзоре. Такс. Уже сдох практически. Уже косяк, орк же тоже робот, не притянуло. Я тоже робот. Я просто не понял, кого я выбрал, я даже не успел его описание прочитать. Карета, ты будешь моим новым ночным горшком, я буду класть тебя или в тебя. Нет, рекрут! Орк, тебе уже писали, что все эти штуки для твича почти не работают. Я понимаю, железяка тот еще. Железяка. Но он все равно один из нас. Так что надо его спасать, бро. Спасибо. Такс. Ух! Так, а можно как-то... Можно, я просто... Я... О, господи! О, нет, что я натворил? О, господи, нет! Нет! Нет, нет, нет! Встань! Встань! Ничего страшного. Это руина на 30-й минуте. Это классика. Ну, я просто хотел проверить разрушаемость, понимаете? Так, ладно, все, давайте переигрываем. Видите, даже не придется их убивать в этот раз. Запомните, не подходите вплотную и не стреляйте. Но у меня такое ощущение, будто реально какие-то кадры иногда дропаются. Немножко. Кстати, сегодня стримлю через... забыл что. А, через Амстердам. Пока потерялось только 0.5% кадров. Так что, возможно, Амстердам все-таки. У нас, короче, не Twitch-трансляция, а фильм «Евротур». Я уже по всей Европе проколесил. Вот в Чехии хреново стримится. В Стокгольме тоже постоянно какие-то проблемы. Даже разрушаемость какая-то подъехала. Пока что в Амстердаме хорошо. Квартал красных фонарей, пойдем. Я читал, что в Амстердаме появился бордель с куклами. Ну, вы поняли, о чем я. Да что такое-то? Надо вспомнить, как играть в борду. Очевидно, тут здоровье не восстанавливается старыми добрыми шутерными. Второе дыхание. Это уже четвертое мое дыхание, наверное. Или восстанавливается. Ладно, неважно. Опять скажут, что я очень плох в шутерах. Но я и правда плох в шутерах. На стримах. А так шутеры я люблю. Рекрут, твое незащищенное мягкое тело точно не выдержит поединка за точкой без дополнительной защиты. Поищи, нет ли поблизости какого-нибудь щита. Так, я какое-то оружие подобрал крутое, смотрите. Если тут... Просто я знаю, что, например, Destiny очень похоже на борду. Вот, и в Destiny, что действительно круто, это стрельба сделана. Если в борде хоть 70% от того, что в Destiny, то уже можно спокойно позалипать. Ты нормальный Грофин. Чё все, не знаю. У вас, конечно, пережатый, но в целом довольно неплохой. Так, из стиралки какая-то ерунда выпала. Так, Братиславу загляни. Не понял, поясни. Нет, все вы поняли, все вы поняли. Так, давайте. Щит. Где-то тут щит. Он там наверху. Или я наверху, или он наверху. Может, в том непримечательном красном ящике? Так, ну что он умничает? Вот что он умничает? Пойдемте. Хотя тут, блин, где красный ящик? Дни контейнера. Вроде здесь стоит маркер. Так, не нравится мне этот звук. А. Так, орк не умеет в радар. Да почему? Почти догадался смотреть. Оп, и забрал. Так, обнаружен сундук с добычей, ура! Теперь твои эхо-зрители могут выиграть копию всех этих ништяков. Мужики. Вы можете выиграть копию этих ништяков. Смотрите, у нас щит. Ого!
Еще щит. Так, ты нашел щит. Теперь, короче... Да, понятно, механик. Пойдемте, пойдемте. Так, пока наш шпрот отвлекает всех. Так, щит мы взяли. Теперь ждем, когда отмагнитят железяк. Заходи, еретик, гостем будешь. У меня как раз план по жертвоприношениям не выполнен. Ты хотя бы анонс ВК намутил. Хайкста. Блин, я забыл, что ли, ВК? Черт. Я был уверен, что я сделал анонс. Но, ладно, неважно. Не знаю, нормальный графин. Хороший графин по сравнению со второй частью. Я буду затачивать нож об твой позвоночник. Заточка. Он притащил нож на перестрелку. Господи. Ну это ж вообще это... Позор Орды просто. Так, это уже первый босс. Ау. Блин, у меня какие-то вот, понимаете, хоть NVIDIA мне пишет 60 кадров, но у меня ощущение, что иногда они падают ниже. Может, уже какая-то паранойя началась? То есть по показателям, по счетчику FPS никаких этих дропов нет, но... Так что, у вас получилось выиграть в этом эхолокаторе какую-нибудь штуку? Короче, что-то это заточка. Ау. Ну, если не попадаться под его... Ух, у него даже какая-то обилка есть. Гравин какой-то недомультяшный, недообычный. В B1 и B2 он был просто мультяшный. Не знаю. Мне кажется, стилистика соблюдена, но добавилось каких-то технологий помодней. Да, есть дропы у меня. 2,28 стакадры дропаются иногда. Вот я не знаю. Поздравляю, значит, вы повысили свой уровень. При повышении уровня увеличивается запас здоровья, а щиты и здоровье полностью восстанавливаются. А главное, теперь вам стали доступны активные навыки. Вы можете выбрать один из трех активных навыков. Чтобы посмотреть и выбрать навыки, жмите таб и вызовите экран навыков. Похоже, люди на Пандоре более дикие, чем животные. Такс. 1-0 в пользу алых налодчиков. Ты и железяк молодцы. Так, давайте разблокируем навык. Значит, активные навыки. Активные навыки. Значит, залп может выбрать один из активных навыков. Кроме того, залп приручил нескольких питомцев, любого из которых можно выбрать в качестве постоянного спутника. Нихрена так я крутого выбрал. Помогите залпу подготовиться к бою, выбрав один активный навык одного питомца. Какая-то даже путешественница началась. Не, кстати, неплохо, неплохо. Так, хорошо, продолжить. Навыки сгруппированы. Если он бегает с пэтом, то вообще красота. В несколько веток, соответствующим разным стилям игры. Каждая ветка включает в себя собственные активные навыки усиления. Но это мы знаем, это мы в WoW играли. Каждый раз, когда питомец залпы... А, это уже очки навыков. Так, значит, мы можем вкидывать. У нас есть ветки, разные ветки. Ага. Паук, муравей, мартышка, верная мартышка, сторожевой скат, паук, муравей, центурион, верная мартышка, скаг или центурион, паук, муравей. Что мы тут за связь с учетной записью Shift предлагают? Опять будут звонить, кредит предлагать? Какое-то расширение, которое вроде как позволяет влиять на игру или что-то типа того. Так что у нас происходит? Почему все в таймачах? Панда Пейдж, что творится? Так, ладно. Давайте возьмем эту мартышку. Верную. Значит, сопровождает верную мартышку вооруженным пистолетом. Присутствие мартышки повышает скорость перемещения. О, ну так это круто. Так, это мы можем в ячейку питомцев вставить. О, все, с нами теперь верная мартышка. Аркадий нарушает правила. Ну, столько сразу... Так, и исчезновение. Это активный навык. Он маскируется, становясь невидимкой. В состоянии невидимости может произвести 3 выстрела, каждый наносит крит урон. О, отлично. То есть у меня стелсер с пэтом, господи, это лучший класс. Я случайно его выбрал, но я доволен. Так, и что теперь осталось? Навыки можно вкинуть? Недостаточно очков для покупки. Ну, недостаточно, так недостаточно. Так, мартышка. О,
Теперь будет веселее, и никакой кооператив не нужен. Пацаны, орк-то зазнался с чатиком не общается. В смысле? Эй, сюда, рекрут! Хочешь сделать бац-бац симптом помпотному мешочечку? Иди сюда. Так, пойдемте. Так, о. Научиться главное... Мартыш, ты чего? Научиться главное понимать, что в этом мире интерактивный объект, а что не интерактивный объект. Так. Все прекрасно, замечательно, великолепно. Рекрут кончает сиживать свой задний бампер. Пульт управления магнитом на втором этаже. Одним. Так, Лаптрап, конечно, хороший парень, но я надеюсь, он не всю игру будет с нами бегать, а то я с ума сойду. Ты мой стример года. Лучший год в моей жизни, улыбка. Спасибо, Салахадин, большое. Вот тебе тогда. Гусь-мартышка. А очки достанутся в следующий раз. Спасибо. Это был лучший год в моей жизни. Нет, в моей жизни. Так, да, сейчас тебя вытащим. Ты достал уже меня. Господи, лучше бы со шпротом шел. Он хоть иногда замолкает. Так, поднять железяку на ноги. Ой, вставай, вставай. Так, все, надеюсь, теперь он придет в себя. Да что такое-то? Я же отключал этот рекламку Lady Shops. Извините, обращайте внимание. Сегодня уже не актуально. Так, ух ты, мой план сработал. Я в одиночку победил сектантов и обратил их вспять. Надо сообщить Лилит, что все чисто. Ладно. Энергия космоса, все дела. Раньше общение с чатом было лучше. Да что ж вы меня везде скатываете, а куда не приду? Как жизнь. Но тут говорят, есть круче. Как ее зовут? Микси, Макси... Лилит, сразу с нее докладываю, что операция «Троянская железяка» увенчалась успехом. Я все сделал единолично. Ну-ну. Что ж, раз все остальные наши базы уничтожены детьми хранилища, придется нам пока обосноваться здесь, Мокси, точно. Там как тебя там зовут? Я Залп, а ты была у меня в голове. Я жду объяснений. Насчет этого, да не переживай ты. Это еще не самое странное, что может случиться на Пандоре. Но если серьезно, спасибо за отзывчивость. Может, мы немногочисленны, но с таким искателем, как ты, у нас шанс будет. Добро пожаловать в ряды налетчиков. Алых. Пандора — опасное место. Этот модификатор гранаты наверняка пригодится. Добавь его в экипировку, короче. Так, значит, я нажимаю Tab. Так, Мокси, Мокси. Да. Надо будет найти Мокси. И можно будет чилить некоторое время. Так-с. У нас, значит, со снаряжения. В меню снаряжения перечислены все замечательные трофеи, подобранные вами в мире игры. Здесь вы можете сравнить разное оружие, модификаторы персонажей и другие предметы, а также добавлять их в экипировку. Вдобавок, в этом меню можно осматривать предметы, чтобы узнать больше об их производителе и характеристиках, а также окрашивать оружие в различные расцветки. Продолжить. В рюкзаке находятся все предметы, которые вы не используете, а также головы, расцветки и другие используемые предметы, понятно. Здесь перечислены предметы, которые вы используете в данный момент. Вы можете выбирать их по отдельности, например, заменить оружие, модификатор щита или что-то еще. Если вы выберете одну из ячеек предметов в рюкзаке, которые можно в нее поместить, будут выделены цветом. Снаряжение рюкзака можно оборачивать. Да понятно, господи. На панели боезапаса указано текущее общее количество боезапасов для каждого вида оружия. Следить за своими боезапасами при необходимости пополняя его с помощью торговых автоматов. Надеюсь, тут можно одной кнопкой пополнить все эти припасы, а не как в прошлый раз. В прошлой игре пополнять отдельно каждый вид. Так-с. Значит, у нас в рюкзаке валяется. Урон 7, урон 8, урон 4 на 5. Давайте возьмем вместо пистолета. Так, у нас что-то там какой-то модификатор каких-то гранат. Все, кидаем. Экипировано. Рук этого персонажа из борды сегодня видел спящим на остановке. Спасибо.
Не знаю, за что, но спасибо. За то, что смотрите на остановку. Так, экипировать гранаты, поговорить. Орудие убийства. Мне нравится. Alright. Да, отлично. Теперь можете метать гранат. Нажмите Г. О! Ну вот и потренимся. Ну какой-то сырый Сэм начался. Ну хотя, не знаю, когда... Блин, не, прикольный графин. Кстати, я недавно читал, ну как недавно, это уж давно было, в принципе, но неважно. В общем, читал, что выйдет переиздание игры 13. Она тоже в таком мультяшном стиле, комиксом, вернее. Я в нее тоже рубал в свои годы, поэтому будет очень интересно заценить игру 13, когда она выйдет. По крайней мере, вроде о ней положительные воспоминания, но, может, она уже, конечно, совершенно не актуальна. Маркаш просто стартанул классику. Ну все, он склонился. Он не смог гнуть свою линию дальше. Он понял, что он не хайпер. Ладно, базу мы себе нашли. Может, нам, наконец, начинает вести? Ты за мной. Я веду тебя в курс дела. Мы тут нашли одну карту. На ней было показано расположение хранилищ по всему фронтиру. Ну прям мечта искателя, да? Вот только я не подумал, каких врагов мы с этой находкой себе нажили. На нас напали, карту выкрали. Жопа. Сюда. Я так стремился найти ее, что не обращал внимания на то, что творится на Пандоре. Раньше бандитские кланы только делали, что грызлись между собой потехи ради, а сейчас объединились и превратились в тоталитарную секту. Деть хранилище. Так, давай осмотримся здесь. У них теперь всем заправляют близнецы Калипсо, а бандиты поклоняются им как богам. Они убеждены, что карта приведет их к некому великому хранилищу и убивает всех, кто встанет у них на пути. До нас дошел слух, что какие-то бандиты нашли в пустыне инопланетный артефакт. Возможно, это наша карта, в общем, да, все, заперта. Заперта, что ж, сирену этим не остановить. Так, я чё-то там, я чат смотрел. Я не буду все реплики читать, это невозможно. То, что там в ролике ремейка 13 показывали, выглядело пока крайне так себе. Но будем смотреть. Когда стример найдет и откроет специальный редкий сундук, пользователи расширения смогут бесплатно забрать добычу оттуда, если, конечно, успеет среагировать в течение 30 секунд. Господи. Заточка, клан. Солнцекрушитель добыл священную карту хранилища. Они отправились с солнцекрушителем, убедили их примкнуть к нашей святой семье. Поживей давай. Божественные близнецы требуют пищи. Карта, я так и знала. Надо добраться до солнцекрушителей. Я открою врата. Господи, мартышка лучший персонаж в этой игре. Ничего не говорит и делает дела. Ладно, давай сюда. В общем, ну понятно, лут это хорошо. А вот сможете ли вы мне мешать или помогать, наоборот, сушь? Что? Что за слово такое странное? Сушь. Ну, сушь, так сушь. Пойдемте. Рука, где мой подарочный гусь? А? Что? Я разобью лагерь и постараюсь нарыть информацию на этих калипсо. Найди их главаря и сделай с ним что хочешь, лишь бы он отдал тебе карту. Ну, у вас вроде все схвачено, ребят. Удачи, а я пойду покопаюсь в мусоре. Так, что у нас тут имеется? Ну, местечко довольно тухлое, но пока что выбора у нас нет. Налетчикам не впервой начинать все с нуля. Не убежище, конечно. Ай, скорее бы Элли закончила с кораблем. Рук, ты помнишь персонажей Tales from Borderlands? Там Джек был. Джек. Индроу Джек. Красавчик Джек. Красавчик Джек. Помню. Красавчика Джека помню. Лилит, я, кстати, не помню, была ли там, но... Вполне возможно, что была. Выглядит, по крайней мере, очень знакомо. Погладь обезьяну, чат просит. О, давайте погладим. Мясократ его зовут, кстати. Как говорится, Мясократ мне друг, но истина дороже. Идемте дальше, общение с чатом. Да что такое-то? Чат, что с вами сегодня стало? Никто
Никто не отбирал общение с чатом. Мы все пытаемся успеть. Все, все как обычно. Хорошо, что не мясотряс. А может быть и плохо. Я бы лучше за мясотряс поиграл. Добрый вечер, хорошего стрима, Арчиваль. Спасибо вам тоже. О, щенок Скага. Так, я так понимаю, это типа дробовик у нас. Ну или хрен его знает. Какая-то просто винтовка. О, господи, сколько их. Знаю, кстати, типичный Borderlands. Два шага сделан, тебя уже орал, каких-то уродов несется. Которых надо убивать, пятясь назад. Именно, именно этим он мне и запомнился. Ты можешь переименовывать питомцев. В мясотряса? Так, орк-игнорщик чата. Да ладно вам. Нет, если у вас сегодня... Вы для этого объединились. Вот, хорошо, я буду... Раз вы так со мной, я буду общаться с человеком повтором. Человек-повтор, привет, как дела, расскажи. Потому что этот чат, я уже не знаю. Они как с цепи сегодня сорвались. Говорят, общением не хватает. Человек-повтор, придется с тобой беседовать. Так, я точно не знаю, как это произносится. Пината, пиньята, пиньята. А, как-то так. О, пиньят. Так. И чё, Fortnite начался? Нифига. Надеюсь, вы не забираете мой лут через ваше это там расширение крутое. Так, а вот, кстати, что-то похожее на дробовик. Давайте заменим. Хотя, блин... Ни хрена, ну вот на этом на иконке выглядит как что-то типа дробовика. Берешь какая-то ерунда. Так, его можно переименовать, и да, если пойти по ветке со скагом, то когда его гладишь, он в экстазе головой бьется об пол. Нет, мартышка это лучший просто пэт. Он еще и добавляет скорость. Только она была с пустыми вариантами. Так, как кто хочет стать миллионером, только с пустыми вариантами. Кто она? Луна? Черт, вот он лагерь сенсокрушителей. Но похоже, дети хранилища нас опередили. А вот никого не смущает, что Лилит на голограмме, вот эта появляющаяся Лилит, которая вживую мелькает, они что-то не очень похожи друг с другом. Только цвет волос их объединяет. Я, по-моему, так было и в прошлой части, но мы ее не стримили, поэтому я вынужден вам сейчас все доносить. Ты кто? Господи, пигмей какой-то. Я помню, в игре с Баксом Банни такие были, их надо было бить. Им прыгать на голову надо было, и у них тогда как бы шапки проваливались в их тело. Ну, вы поняли. Вот ты когда чат игноришь, они себя плохо вести начинают. Так никто... Блин, пролетел. Так, сейчас вернусь обратно. Распределите очки навыков, точно. При повышении уровня вы получаете очки навыков. Пейте постоянную способность. Так, система саморемонта. Максимальное здоровье залпа повышается, он начинает восстанавливать здоровье постепенно. Да, да, обязательно, господи. Самохил. А то я постоянно тут подыхаю. Вот мы до этого играли, а каждые 5 минут отъезжал. Ничего тут с фрейм... фрейм-таймом, как это модно называется. Не то. Пишет вроде 60, но не... но глаз иногда замечает подвох. Вот сейчас вот какой-то был. Как его? Статор, тормоз, вот это все. Тарколбастер, когда видео? Ох, не спрашивайте, там такое намечается. У меня никакой психики не хватит. Возможно, я сойду с ума раньше. На заборе тоже написано орк. Аргумент, хороший аргумент. Иконка показывает тип оружия, а не само оружие. Понял. Смотри, даже вода. Вот был бы RTX. Я, кстати, не помню, а во второй части была разрушаемость укрытий. Понятное дело, она не полная, а такая чисто визуально, но... По-моему, не было. А может и было. Экскаватор Хэд, спасибо большое за субскрайб сейчас. Пока в меня стреляют, выдам гуся. Его зовут... Экскалатор.
происходит. В смысле, эскалатор. В общем, вы поняли. Все всегда путают эти слова. Как эспрессо и экспрессо. Так, фанатики эти задолбали просто. Короче, какая-то отстойная пушка, больше с нее никогда не буду стрелять. И вообще у меня гранаты есть, на. А вот и 15. Назовем его псих. Псих? Это... Сегодня гуси на заказ пошли. Так, ладно. Спасибо большое за 15 месяц, Зандал PX, вот тебе гусь-псих. Продолжаем. О, лилипут с ружьем. Ну, знаете... По колено мне эти проблемы. Мы, кстати, объяснили только что, почему игра дропает фрейм. Вот, рассказывайте. Нет, не было вообще. Видите, что-то... Что-то новенькое добавили все-таки. Потому что перестрелки в борде ни на секунду, наверное, не останавливаются. Ох, ты пришел, пока не зачистишь всю точку. А потом выйдешь в open world, где еще мобов кучу наспамило. Так. Ну, лилипуты нам не ровня, знаете ли. Не ровня. Так, поэтому... Короче, смотрите, сейчас загашу. Ух ты, какой у нас крюк. Я пудж. Пудж, блин. Так, тут что-то прям... Какой-то психованный товарищ попался. Жми F. Зачем? А, я остался. Точно. Все. Безбашенный лилипут. Господи боже. Как говорит, смал да удал. Ой, ну на тебе по башке. Так, проблемы. Возьмем здесь, нам потребуется наш дробовик. Мясокрада там повалили, мясокрада, собака. Ты убил мясокрада. Лилипут, доберусь я до тебя. Так, мясокрада верните, пожалуйста. Так, мясокрад, давай ты тоже активируешь вторую жизнь. Господи, очень сложно. Динамическая подгрузка текстур на те карты, где текстуры еще не загрузились, движок убивает. Звучит как что-то похожее на истину, но кто его знает, как там эти движки работают. На каком, кстати, движке сделано Борда 3? Я, по-моему, говорил, что я смотрел ролик Digital Foundry. На этом моменте я спалился. Так, значит, урона 8. Блин, все отстойные пухи. Все хуже по урону. Но лучше по остальным статам, может, имеет смысл. Так, мне лень просто патроны на тебя тратить. Unreal 4. А предыдущие были на 3-м. О, вот это хорошая фигня. Ду-ду-ду! Надо, походу, реально питомца на реген ХП взять. Чё с этими фанатиками? Сколько их тут? 10 тысяч? Так, я понимаю, что на стриме сложно, но помни, все, на чем есть зеленая лампочка, можно открыть. Спасибо. На цвет шмоток по качеству, по-моему, как во, это просто поменял зеленый дробовик на серый дробовик. Я это я, понимаешь, говорю. Я играл в борду. Ну и настолько очевидные вещи тоже способен осознать. Но, да, мы просто стрим. Здесь просто стрим. Во всем виноват стрим. Потому что я уделяю много времени чату. Если бы не уделял столько времени чату... Так, ладно, возьмем. И потом разберемся. Будем заниматься лут-менеджментом после этих перестрелок. Так, где? Где последний? Не, ладно, мартышка с ним справится, я пока заберу все. Все эти контейнеры почти как в орехе прям. Вернее, скорее наоборот, но неважно.
Так, ох ты, господи, это еще кто? Что за странный парад существ? Какие-то розовоморды, лилипуты, розовоморды и лилипуты. Вот это вот все. Ты тут не ради нас. Так в смысле, я говорю. Я только вам и время уделяю. Игра для фона. Так, все? Ну, наконец-то, господи, зачистили. Жесть. Но многие эксперты по движку сейчас подозревают, что можно отключить софт-лок на фрейм, но там где-то эта функция закопана, так что искать надо. Я не знаю, что там эксперты, но надеюсь, допилят. Борду. Так, это не смешно, это не очень-то смешно. Эй, ты иди сюда, потом разбей это по поручению твоих зрителей. О, так это вы мне спамите? Пиньят, это вы делаете? Смотрите, пиньята, это что, это вы, что ли? Так, серый дробовик. Блин, ну у него урон-то лучше. Давайте возьмем. Так-с. Снаряжение. Ну, давайте посмотрим. Так, значит, у нас... Давайте, во-первых, возьмем сам крутой дробовик, который у нас есть. А во-вторых... Так, 3 на 9, 7, 8. Ладно, возьмем вот это. И вроде пока еще не засрано, да, сумка. Все нормально. Щит. Может, этот щит лучше, чем этот щит? Этот емкость 7-7. А этого 105. Но у него задержка больше. Ну ладно. Орк, ты же понимаешь, что у тебя был дробовик со снайперским прицелом? Нет. Вы, если что, объясняйте мне, что происходит. Пока что я вообще ничего не понимаю. Значит так, ты мне помогаешь, либо я буду вопить через каждые 15 секунд. Нет, только не это. О, еще один дробовик заберем с собой. Просто по технической части игра сыроватая немного. Поэтому они поставили софтлок на релизе. Это все... Steam виноват. Steam убивает индустрию. Вот. Если бы не Steam, вышла бы игра допилена, и все было бы хорошо. Но во всем виноват Steam. Так, ладно, пойдемте уже поможем этому главарю, дурному, который задолбал орать. Так, или нам надо было поверху идти. Ладно, неважно. Орк плохой, не любишь нас, не уделяешь нам время, изменяешь с бордой. Вот я бы тебе так помог. Так, нет, мы все-таки вернулись обратно. Прочитал название стрима. Так, ребята, хрень игра наша, что со мной не так? Чего? Может, стоит букварь повторить? Так, господи, как до тебя дойти-то, вечно орущий дурак? Да иду, я иду, достал. Так, о, прекрасно. Сразу узнается контент. Эй, здорово, не поможешь? Вон, эх, жизнь бандитская. Тебе что, пули жалко? Я вообще люблю зависать, но немного в другом смысле. Понял, не так. Блин, в этой игре даже шутить не надо. Идеально. Так, мы, мартыш, идем. Нет, подожди, сейчас давай распределим очки. Так, при повышении уровня вы получаете навыки. Тра-та-та, это понятно все. Давай еще одно очко вкинем. В реген ХП, потому что все... Все надо в реген ХП. Шпрот. Спаси меня! Не все то шпрот, что висит на свалке. Ну, давайте, ладно, его достанем. Или осмотрим со всех сторон. Help! Так, вон, на помощь. А, наверное, надо выстрелить. Смотрите, пацаны. О, интерактив. Шпрот, ты как? Так, трусы... На норме. Feet work. Приятно познакомиться. Спасибо. Не помоги ты мне, я бы здесь окочурился.
Так а что поделаешь в здешних краях? Я созидаю бесконечную охоту во имя... сейчас я работаю с Лилит и алыми налетчиками. Так ты из людей огненного ястреба? Эх, я и сам с ней раньше рассекал. А теперь я главарь бандитов. Солнцекрушителя, да. По крайней мере, я был главарем клана, пока мои подчиненные не нашли ту инопланетную хреновину, я предупреждал их, что не стоит хватать, что ни попадя. А они что, в благодарность за совет подвесили меня тут, а сами потащили эту штуку близнецам Калипсо. Пожалуй, лучше бы нам убраться отсюда, пока дети хранилища не вернулись. Ну так, и где теперь Лилит с налетчиками тусят? В вербовочном центре этих сектантов. Это теперь наша точка. Come on, let's get out of here. Совсем другое дело. Да, давай уже валим. Я пойду первым, хоть я и совершенно безоружен, но нельзя показывать, что ты испуган и беззащитен. Такова бандитская жизнь. Пока ты катаешь борду, Альянс качается. Я вчера пришел после стрима в Тернистую долину. О, господи, как же там жестко. Просто на каждом углу Альянс. Просто невозможно играть. Так вы, значит, просто взяли и отбили у них вербовочный центр, нифига он припустил. Да, они сражались как дикие звери. Изможденные, больные, дикие звери. Впечатляет. Черт, гляньте, во что они превратили мой лагерь. Этот череп должен висеть совершенно в другом месте. Весь фэншуй мне обломали. Я знаю, где срезать. Нам сюда. Орг, это тот гиперионский бухгалтер из Тейлз. Вы думаете, я помню настолько хорошо? Нет, я не помню. Надо пересмотреть. Так, Орк, а что там по интерактиву с чатом в этой игруле? Ну, мне вот пиньят посылают. Я так понимаю. Офигеть, как будто все скаги вселенной на сходке, да? У меня с собой экипировки. О, проблема. Так, все, давайте от скагов отстреливаться. Но мелкий друг глав героя. Мелкий друг может и так. Ну, ладно, я правда плохо помню. Я помню, что они на каких-то скачках были. Или нет. Минус лут, найс прыжок. Сейчас бы переживать из-за лута в Borderlands. Как будто больше никогда не будет лута в этой игре. Мартыш, давай отстреливайся. Тот чел в очках, который качком оказался. Все еще. Вы понимаете, вы можете мне говорить что угодно, типа. Ну, это тот чувак, у которого мать инопланетянка. Или там, например, тот чувак, который колледж закончил в 17. Это все для меня одинаково звучит, поймите. О, господи. Так. Я не помню его. Не помню. А может и помню. Это случайно не тот чувак, который в магазине постоянно на кассе сдачу оставлял продавцу. Если он, то тогда помню. Так, что с тебя выпало? Хрень какая-то. Или нет? Или не хрень? Все-таки какой-то урон большой. Давайте заменим. Смотрите, какой крутой. Стильный? Стильный. Марк, стоит ли прямо сейчас пойти играть Guild Wars под твои стримы of course? Попробовать стоит, а там как зайдет. Типа я понимаю, не всем может зайти. Уверен, Лилит будет счастлива меня видеть. Как он припустил, вы посмотрите. Вроде вверх ногами провисел столько времени. Пандоре грозит беда, нутром чую. Ну или может это просто ветер мой торс ласкает. Так, подожди, говорят, что ты тот чувак. Говорят, что ты тот чувак, который в детстве подгузник на голову надел. Так, а что у нас товар дня? Ого, зачет ты обустроилась. Толстая стена, кондиционирование. Развесить бы еще тут черепов, была бы шикарная хата. Вон, какого хрена ты тут делаешь?
А, здорово, Лилит! Бывший главарь Солнцекрушителей прибыл в твое распоряжение. Слава алым налетчикам! Я рад тебя видеть, Вон. Нам сейчас любая помощь будет кстати. Ну что, удалось раздобыть карту? О, моего. Карту-то мы вроде и не раздобыли. Ладно, посмотрим, что у них тут в холодильниках. Господи, примерно как у меня. Мышь повесилась диснеевская. Так, карты там не было. Пришлось обойтись этим бандитом. Карта? Если о той инопланетной хреновине, то мои бывшие подчиненные ее принесли в качестве подношения близнецам. Они как раз направляются сейчас туда, откуда близнецы транслируют свои казни, да? Эта карта не должна достаться Калипсо, но до священного телецентра путь не близкий. Надо подобрать тебе подходящую тачку. У моей подруги Эмили тут свой тачкомат. Скажи, что ты от меня, она все устроит. Погладим мартышку, погладим. Все-таки, ну что это такое-то вообще? Блин, я его вспомнил. Это тот чувак, отец которого был гендиректором горнодобывающей компании. Точно. Так, ну что, пойдемте найдем Элли, которая нам должна дать тачку, потому что, ну, борда без тачки это вообще не серьезно. Все-таки... Так, а ты что? А, нет, сайт-квеста пока не надо. Отстань от меня. Шпрот, я не буду с тобой общаться никогда. Капитан Спирит из Лис 2, точно. Вон, какого черта? Ты же знал, что я разыскиваю эту карту. Ладно, я вижу, к чему ты клонишь. Дай угадаю. Сейчас ты скажешь, что изменяет карта, попала в руки психовных сектантов, и теперь всей галактике грозит опасность. Да, а я о чем? А, так, ну, по крайней мере, этот момент мы прояснили. Знаешь, что теперь будет? Сотня отжиманий. Прости меня. Так, товар дня, товар дня, фигня. Так, что у нас тут? А, нет, это Эль. Я уж подумал, какой-то босс очередной. Так, освежи-ка мои воспоминания. Что ты там говорил, планируете сделать? Королева богинь Тайлин будет пить суп из черепа великой отступницы! Ой, палец дернулся. А, привет! Пардон, я тут мало занята была. Эль, роза пустыни, ракеты вместо шипов. Попил чаю. Продолжаю. Слыхала, вы тут теперь неподалеку обосновались. Лил, значит, нашлась нового помощника, да? Рад за нее. Эй, дорогуль, ты на что смотришь, а? Большинство людей слабые и хилые, но твоему телосложению можно только позавидовать. Ну ты знаешь, как девушке комплименты говорить. Лил говорил, тебе тачка нужна, чертовы сектанты отняли у меня абсолютно все. Может, поможешь хоть одну вернуть? Сделаешь, дам. Тачку. Рада была познакомиться. Ясно, понятно. Ну что, идемте воровать тачку. Destiny, Борда, Warframe. Игры, которые похожи для наблюдателя со стороны, но ощущаются все совсем по-разному, если играть самому. Возможно. Когда-нибудь, может, я проникнусь духом лутер-шутеров. Но не знаю, когда этот день наступит. В целом, есть в этих играх что-то залипательное. Так вот, для стрима идеально. О, господи, я сегодня прочитал интервью Кодзимы по поводу Death Stranding, и теперь я уже убежден, что это будет игра года.
Кодзима буквально подтвердил как раз это в интервью, что это будет, по сути, симулятор ходьбы, что игра ни на что не будет похожа, что она будет как вот, когда он выпускал стелс-экшен, и еще не было стелс-экшенов, и все думали, что это за ерунда, типа, что это вообще за игра. А потом, опа, и целый жанр возник. И сейчас он сделает великолепный симулятор ходьбы, и там надо будет доставать посылки. Понимаете? Хочешь покататься? Придется поработать кулаками. Вот, и там мы будем находить записки, короче, всякие намеки на то, что тут где-то был человек, и мы не будем знать, жив ли он или нет, или... В общем, все, Кодзима гений. Господи, гениально. Теперь я хочу больше всего поиграть в эту игру. Но вообще, это осень веселая будет на новиночке. Ну вот, Борду играем уже прекрасно. Outer Wilds, Worlds, Wilds, Wilds. Ну, в общем, New Vegas в космосе в октябре. В ноябре Кодзима. Прекрасно. А в промежутках как раз классики докачаемся. Идеально. Так вот, и у меня персонаж 35-й, да, а чё-то как-то 40-й уже близко, а денег на маунта нет. Как быть? Что посоветуете? Может быть, биржа игрового золота какой-нибудь, но... Не сегодня. Так-с. Фанатик. Ну, понятно, очередная джорни в общем. Нет, Кодзима не мог сделать очередное что-то. Все будут потом делать. Понимаете, он говорил в интервью, что никто его не понимал, что все говорили, типа, это психопат, разработчики. Но Кодзима не склонялся. Он говорил, все делаем так, слушайте меня. Вот, и он даже к какому-то режиссеру фильма Mad Max приехал, да, и тот ему сказал, братан, твоя игра это просто топ с философской точки зрения, физической точки зрения, психологической точки зрения. В общем, со всех точек зрения твоя игра топ. И Кодзима зарядился от этих слов. И после этого продолжил делать дальше. И даже Манс Микельсон и Норман Ридус, и то они до конца понимают эту игру, но они верят в Кодзиму. Прекрасно, господи, поскорее бы поиграть. Прикиньте, симулятор ходьбы, это же просто игра для стримеров. Самое что ни на есть игра для стримеров. Так, у меня проблема с ХП. Ну, как тебя перекоса... В общем, неважно. Я поставил аукционатор и начал все продавать через Твинкачароу банк. Кстати, да, я подумал, надо свой банк разгребать, походу пора продавать ткань. Давайте, короче, я выставлю сегодня ткань за льняной, короче, материал выставлю по 100 голды за стак. И вы на аукционе Пламегори его найдете и купите. Типа, с моим автографом. Так, он сказал, что все правильно Кодзима делает. Вот именно. Он сказал, что отличная игра. Я не люблю фильм «Безумный Макс», но, вернее, «Безумный Макс» вот этот новый, по крайней мере, с Томом Харди, но, тем не менее, я верю Кодзиму. Бедный Орчи, из всех подписчиков осталось только 80. Да, ребят. Понимаете, все или сведется к тому, что опять придется задаривать 80 подарков, или нам надо байтить шейхов на подарочные сабы, или всех на 25-долларовый. Наши лимиты исчерпаны, но следующий рубеж еще можно взять. Так, курьер. В Яндекс.Еды бы такие курьеры были, я бы ел как не в себя. Так-с. Ткань вообще ничего не стоит, только рунная. Ох ты! Ну так вы и купите у меня за 100 голды. И как бы невзначай мне, получается, маунта оплатить. Машины на ходу. А, вот как делается. Все, понял. Когда будут обезьяны? Ну, я хочу посмотреть все новиночки. Мне еще Control надо посмотреть. Короче, я хочу посмотреть все новинки и решить, что для меня самое крутое. И то и будем проходить. Одним меньше. Это просто максимально гиперболизировано было, чтобы потом не говорили пей.
Спасибо за стрим, хоть и через Twitch Prime. Да, в смысле, хоть. Это все, все в зачет идет. Спасибо, Salman DX, тебе за стрим и хоть за Twitch Prime. Так. Надо этого курьера загасить. Ну, видите, тачки. Не, на самом деле, я не знаю, что до Графония. Докапывались в Digital Foundry. Они, видимо, всем уже зажрались. Потому что Графония у Барды второй был на порядок хуже, мне кажется. Тут как-то и свет поинтереснее, и всякие, не знаю, отражения, детали, частицы. Так, Рекро, неподалеку от тебя находится нерабочий железяк, они где только не валяются. Мне нужны их запчасти, хочу собрать себе подружку-железяку. Вижу. Ладно, давайте прогуляемся. Рок, у тебя еще на стриме чуть похуже, на ультрах у меня смотрится вообще огонь. Да, у меня высокий стэт. Давайте ультры поставим. Если не взорвется, кудахтер. Так, это было здесь. Общий уровень качества. Ультра. Безбашенная. Нет, давайте остановимся на ультре. Чё, не дропает ничего на стрим? Ну все, играем на ультрах. Так, а этого железяку решили использовать в качестве пиньята. Дурачко, все, что можно из нас выбить, это микросхемы. А у этого гироскопический модуль. Так, шо, кто-то сказал пиньята? Го безбашенная. Давайте поставим безбашенное, в конце концов. Должна же напрягаться хоть иногда эта видюх. Безбашенная. Ну, вроде не дропает, кадры не дропает. Так, все, тогда поехали спокойно. Процессор вроде не напрягается. Ладно, если вдруг какие-то дропы будут, надо будет менять. Ну, сейчас, кстати, побольше дропать стало. Появился Motion Blur, который, кстати, руинит графен. Без Motion Blur было круче. Надо его отключить. Ну, типа, хрень, погодите, невозможно так играть. Верните мне ультра. Нет, безбашенный отстой. Блин. Так, нет, короче, надо реально Motion Blur отключать. Так, сглаживание, эффект скорости, камера, эффект размытия, привязанное движение камеры. Наверное, оно. Фикс, тра-та-та, ультра, 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 объемный туман. Блин, нет, это не motion blur, это что-то другое. Какая-то другая настройка, очень странная настройка. Она мне все заруинила. Так, значит, эффект скорости. Сложность материалов, тени, дальность, качество пейзажа, качество рельефа, растительность персонажа, объемное освещение, отражение в эффект скорости. Эффект скорости камеры. А, еще просто эффект скорости. А, ну все, да, все. Все, отлично, заработало. Да достал тот курьер-то уже. Все, поехали отсюда. Тачка это, блин, адски неуправляемая. Это потому что надо мышкой ее управлять. Ну что, поехали, воу. Играем на ультрах. Эффект скорости отстой не включайте. Все как мыльцо. Там припаркуйся, дорогуля. Ща, все будет. Видите, а Гордон Фриман, похоже, тачку раздобыл только к концу игры почти. Так-с. К середине, ладно. Так, теперь регистрируйся в тачкомате, чтобы можно было в любой момент на цифростроить себе новую, но... Ну да, места минно есть, но... Давайте зарегистрируемся. Тачкомат! Добро пожаловать в новые улучшенные тачкоматы, или у вас есть все для вашего транспорта. Тачкомат позволяет вызвать машину, а также изменить ее оружие и внешний вид. Позаимствовали тачку у кого-то из местных, загоните ее на платформу возле тачкомата или просканируйте предмет новых деталей. Соберите их все. Так, откройте категорию оружия водителя, чтобы увидеть все виды оружия. Да-да-да. Ну, чтобы увидеть все... Так. Вы готовы вызывать машину?
кто там стреляет-то все? Ну, обезьянка. Вот, молодец, какая их убила. Такс, давайте. Значит, очкомат. Бесишь. Ну, теперь вызывайте машину. Блин, какую кнопку-то? Пропустить. Все, достал. Пропустить. Вот, разместить машину. Товарищ команда, это все, что тебе нужно. Дешевле и т.д. и т.п. Только что один бегаешь? Я с чатом бегаю, в смысле один. Вам что, одиноко? У всех уебарды в Твиче лагает из-за русского перевода. Наверное, не знаю. Ну это булщит, я думал, будет крутое расширение. Я еще ни разу не стримил что-то, на что зрители могли влиять непосредственно из чата. Я думал, вот он мой первый опыт. Все оказалось отстоем. Так. Ну и что, теперь не откроют ворота? Или нам вообще не сюда? Так куда я прибыл? Видел новости про новую Call of Duty? Какие именно? Про то, что в PS Store недоступно? Ну так баян. Так, давайте прогуляемся. Вермишель 2 со шпротом. А, черт, правильно. Ладно, вы правы. Но это был со шпротом, поэтому это не считается. Надо стрим, который вот только я и вы. Потому что вы вредили не только мне, понимаете? Вы вредили шпроту, большей части. Так-с. Фигня, короче, не сюда нам. Так, садимся. Так что там новости-то? Какие-нибудь есть крутые новости, кроме интервью Кодзимы? Очередное и т.д. и т.п. Пати Харт, хорошая интеграция с ивентами. Не забудь, пожалуйста, скинуть свой профиль на MySpace. Профиль на MySpace? Вы с какого года сбежали? Я думал, я сейчас срежу. Совет от службы поддержки Гипериона. Просто постарайтесь не умирать. Ублюдок. Ладно, давай свой почкомат. Только ну почему-то закрыл утреннюю новость. Но какая классная передача была. Всегда все узнавали. Вот. Видите? Мне тоже обидно. Но что теперь можно поделать? Как говорится, насильно мил не будешь. Так я и богу не понимаю. Вроде сюда идет иконка. Е3-2020 может превратиться в выставку с толпой инфлюенсеров. Эту новость я тоже читал. Ну а что? А правильно, все. Потому что ради чего все приезжают на Е3? Ради блогеров. Какие игры, кому это вообще интересно? Все приходят, потому что там стример-нинджа показывает свои скиллы. Какой-нибудь модный рэпер молодежный. Какой-нибудь PewDiePie. И т.д. и т.п. Так, пройти в священный телецентр. Добыть. Вот что здесь? Вот что это? Вот что это? Так, использоваться. Ага, здесь я могу взять еще одну тачку. Ходит легенда, что если не знаешь, куда идти, надо нажать кнопку М. Да. Так, важные места, информационная панель, быстрое перемещение, суш-курьер. О, прекрасно, навигация. Угу. Да, ну, блин, от этого легче не стало. То есть мне надо или вот так, или вот через низ пройти. Ну, то есть в идеале мне надо вот здесь пройти. Но тут ворота закрыты. Короче, или тут, или получается вот как-то, да даже тут как-то и не пройти, ну-ка.
Нет, здесь нет соприкосновений. Здесь нет соприкосновений, значит, только здесь проходить. Ну что, открываем. Так, сейчас мы догадаемся. По сюжету позже откроют. Там трамплин. Господи, Мартыш, ты чё пугаешь? Там трамплин же был. Там трамплин. Господи, ладно, все понял. Хорошо. Так, а это было? Rockstar представила собственный лаунчер и магазин для ПК. Нет, этого я не видел, но... Лучше бы и не видел, в принципе. Великолепная новость, которая вновь мою жизнь опускает куда-то на дно, на дно. Так, и... Хоба! Эй, искатель хранилища, вон та дорога ведет прямиком в священный телецентр. Будь осторожнее с этими божественными выскочками. Судя по слухам, главное зажигала Демтайрин Калипсо, а ее брат занимается принятием мозгов. Ну и просто отстой, да? Пока. Пока. Спасибо. Ура, лаунчер. Значит, значит, еще один лаунчер в Гоге внутри будет вшит. Вшит нитро. О. Ну как же я ненавижу этих Калипсо. Это все знаете почему? Потому что надо было играть с рулем. Вот если бы я поставил руль для Borderlands, было бы все хорошо. Так, а мы пока отстреляем этого курьера. Рыгача вот этого вот сгоряча зарубим. Ну для чего? Но экспа, понимаете, на дороге не валяется. Так, пока там этот Ван что-то про свой пресс затирает. Так, Орк, мне молчать про те 5 сайт-квестов, которые ты упорно игнорируешь? Ну да, я внесусь по мейн-квесту. Сайт-квесты для слабых. Зачем оно надо? Ты такой несешься вперед, его хопа, и прошел игру, заспидранил. Нам надо карту там открыть, вот это все, понимаете? Так, ща как бахну нитро. Так, ну пора, видимо, вылезать. Хотя нет, я не буду вылезать, что? О, вот это были хорошие дропы. Ой, я забыл, что тут можно сесть на место стрелка. Окей. Подстреливаемся. Хоп! Все, прекрасно. Тихо. О! Пошла жаришка. 8-го уровня эти фанатики, а я какого? Давайте посмотрим. Так, мои навыки. Снаряжение. Вот бы где-то писало какого-то уровня. Вот бы такое вот, знаете, такой функционал. Четвертого. Может, мне пока рано просто сюда. Так, давайте место стрелка. О, а теперь пятый. Видите, можно было и не спрашивать. Снижу... и правда, да, вот уровень 5. О, пиньят, спасибо, чат. Я не знаю, я до сих пор не понял, вы мне эти пиньяты дарите или нет, но... Но на всякий пожарный спасибо вам. Если это было от вас презентом, то... Вы лучшие, вы крутые, я же говорил вам. Вот вы в очередной раз доказали, что вы крутые. Такс, привет. Редиск. Правда, похож. Такс. Тут щит. О, подожди, щит. Ну я возьму для уровня 7, между прочим. Так, что у нас по луту-то? Давайте поменеджментим слегка. Там, не знаю, можно, типа, это, сравнивать с актуальным оружием. Так, урон 4 на 7 или 24. Не, наше оружие получше, чем это все. Уж лучше, чем кефир. Господи, кефир.
Если нажать F, то даешь команду Мартыхенсу бросить радиоактивную бочку. Ведь я на F становлюсь невидимым. Но, видимо... А, если зажать F. Утес Вознесения. Использовать. А мог бы я на машине сюда въехать? Back, так, привет, маленький друг. На ВСД не пробовал переключить управление машиной? Я уж как-то привык на мышку. Что-то в этом есть. Бабки. Спасибо за донат. Спасибо за неразрушаемость телевизоров. Да, кстати, очко не распределили. Так, еще. Да-да-да, все в хил. Без хила совершенно никак не катит. Так, товар дня, чё это? Чё это? И это что? Это что? Универсальный щит для 6 уровня, беговой щит для 6 уровня, поглощающий, моментальный щит для 6 уровня. Но проблема в том, что я не 6. Видимо, я должен был сюда приходить на 6. Стример, вы с хайпом на недельку опоздали. Неправда! Я позвонил своему... я сегодня набрал своему консультанту по хайпу. Говорю ему, привет, консультант по хайпу, он мне. Привет, Орк. Я ему, консультант по хайпу, слушай, что сейчас в тренде? Вот, я хочу хайпа какого-нибудь. Можно как-нибудь его легко получить? Да, конечно. Сейчас, одну секунду. Ну, типа клавиатуры. Печатает такой. Куда, знаешь, есть один вариант, хороший вариант. Кстати, тебе подойдет. Слышал? Borderlands 3, слышал? Такой, ну, что-то такое вроде было. Да-да-да, смотри. Оп, все, смотри. Значит, сегодня запускай в 6 часов Borderlands 3, и хайп будет. Спасибо, консультант по хайпу, спасибо. Так, продать. Давайте продадим. Хлам не нужен, это белое дерьмо. Такс. Кровавый блюз. Так, и патронов давайте закупим. Это не патроны. Ну, вот здесь. Наверняка есть патроны. Купить. Выкупить. Продать. Так, как у вас тут... А, пополнить боезапас на Ку. Все, понял. Вот так это делается. Орко, он не отрабатывает свой хлеб, работает с задержками. В смысле? Я плачу ему такую зарплату, вы бы знали, за его консультации по хайпу. Как бы... Не хухры-мухры. Это тот же консультант, что игромании помогал видос сделать по классике. Не понимаю, о чем вы. Искатель хранилища. Неподалеку от тебя появился безбашенный зритель. Убей его. Безбашенный зритель? Это что, ПВП? Безбашенный лилипут. О, тихо! Что происходит? Хант-Харт, походу и правда ПВП. У него никнейм. Это вы... Так, стоп, подожди. Стой, стрим-снайперы, я не собирался... Я что, платил за игру, чтобы и здесь меня стрим-снайпили? Так, надо украсть у курьера тачку. GTA 5, разойдитесь. Так, это бот. Блин, жалко. Я думал, PvP настоящее. Но все равно прикольно. Так, надо бы как-нибудь его это-то... Забузить тачку. Ой, блин, сейчас убьют. Come, friend, to me. А чё он такой жирный-то? Так это ивент, который спавнят зрители. Ну хорошо, спасибо за этот ивент. Ну видите, веселье. О, еще одна тачка. И курьеры все бьют его. Так, извините, конечно, простите, школа GTA 5.
Короче, не работает, забей. Мы там голосовать всякое должны, но все голосовалки с пустыми вариантами. Ну, блин, опять всем наплевать на российскую локализацию. Что такое-то? Они издеваются. Мы хотели тоже контента. Ладно, завалим его, этого безбашенного зрителя. Пусть бы какой он жирный. А, отлично, искатель хранилища. И что, упало? Так. Неплохие шмотки, но мне... Ну что? Так, как у нас делают это на Твиче? Что, зритель, получил? 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 Так, теперь надо бы тачку отхилить. О, отхилилась. Я думал, ее надо ремонтировать самому. Жирный зритель, жирный моб. Парк на машине, правая кнопка мыши, автомат, левый базук. Да, я только что понял. Стойте, тут лут надо собрать. Все-таки негоже идти мимо лута. Так, Ор, когда восстановишь свой ЖЖ-аккаунт? Давненько не было у тебя там постов. Так переходите на мой мир Mail.ru, я там сейчас. Это современная модная платформа, переходить. Что все до сих пор на MySpace'ах этих? Про как быстро охладить газировку? Хороший вопрос. Попробуй рассказать ей про свою личную жизнь. Ладно, это был постановочный смех, но он добавил антуража. Так, все, пойдемте дальше. Привет, Орк, ты крутой, хорошего стрима, спасибо. Нет, ты крутой, господи, опять вы за свое. Ты приближаешься к маячку, оставленному самим Тифоном Дальелем. К сожалению, он отправился на поиски родной планеты Ириданцев и пропал. Ничего не было слышно, 10 лет. В общем, записи, которые он оставил, будут крутым подспорьем. Блин, я что-то несусь вперед и прямо чувствую, как мой левел еще совсем не годен для этих мест. Не нравится мне это, не нравится. Добро пожаловать в священный телецентр. Наша ежедневная крафтсляция начнется с минут на минуту. Сегодня у нас особый гость. Отдайте ваши пожертвования прямо сейчас, чтобы получить доступ к вип-чату и узнать все кровавые подробности закулисной жизни. Ты что, охренел? Это что, стример? Ты типа, ты что, пародируешь стримеров? Ты что, нас не уважаешь? Кровожадную королеву-богиню поприветствуйте, верховную сестру Тайрин Калипса. Ну как дела, брат-сиротки? Это я, ваша королева-богиня Тайрин, в прямом эфире на Twitch TV / Orkpod. У нас трансляция, у вас овации. Мы готовимся к открытию великого хранилища. Сегодня у нас, знаете что, знаете, они принесли с собой священную карту хранилища. Если это не доказательство верности вашей семьи, то я уж это не знаю. Но сначала хочу сказать пару слов. Все вы приняли меня, хотя по рождению я и не была одной из вас. Моими первыми словами не были вендетта или я вырву и сожру твои легкие. Нет. А теперь мы одна семья. А семья это навсегда. И теперь еще момент благодарности. Потерпите минутку, да? Так, все, гребаные стримеры захватили. Видите, что произойдет с миром, если в нем будет слишком много стримеров? Так, стоп. Бритвачос 55 какой-то. Сейчас нам надо клаб-трупа найти местного. Тут главный антагонист и стримеры. Я считаю, что это ужасно. Это отвратительно. Этого железяку повесили и использовали в качестве громкоговорителя. Просто каменный век какой-то. Привет, Оркадавов. Ну, будет на неделе. Вот донат, залетел к нам донат. Конечно же, брат. А почему никто не донатит? Буду первый. Хорошего стрима, Арчи. Спасибо, Панда Пейн. Ну, все запоминают первого донатера, но второго тоже запомнят. Имейте в виду. Иди стрим, Вов. Зачем? Я бегаю тут, собираю лут. Что еще нужно от жизни?
То же самое, тем же самым занимаюсь. Качаю левелы, вкидываю очки талантов, убиваю гномов. В принципе, тот же самый World of Warcraft. И токсичные газы вдыхаю, как в Man of Medan. Так, все. Денег нет. Фернансер, ты и так топ месяца. Все, остановись. Ты должен знать пределы. Все, донаты отстой. Давайте все в подписки вложимся. И добьем третий смайлик. Ах ты. Вот дикий вообще. Слышь, Форт Боярд. Ты ключи мне принес? Ты принес мне ключи? Ты принес ключи? Не принес ключи. А ведь старец сидит и загадку расскажет в конце. Вот... Так, фанатик. 7-го уровня, между прочим. Какая-то даже расчлененка есть небольшая. Если вот прямо их убивать как-то вплотную из дробовика, то вроде даже что-то отшметочки. Орк, лучшая игра от Telltale. Это? Telltale, кстати, недавно воскресли из мертв. Ах так, донаты отстой. Нет, это был просто байт. Все, я просто... Просто байчу. Ладно, байт плохой был, согласен. Лепут с ружьем. Как обезьян с гранатой практически. Хотя у меня есть обезьянка, давайте ее погладим. Мартышка. Ой, смотрите, он брал... Господи, мартышка, твою мать! О, господи. Так, надо срочно кого-то завалить. Фанатик. Фанатик, иди ко мне. О, второе дыхание, прекрасно. Все, мартышка, благодаря. Арк, ну ты крутой. Не-не-не, это вы крутые. Это потому, что у нас такая поддержка чата, поэтому так и получается играть. Так, отойдем отхилиться. Орк, пока Лига Чемпионов начинается. Что это? Консультант по хайпу мне ничего не говорил по поводу каких-то Лиг Чемпионов, прочей ерунды. Потому что я ему сегодня звонил. Я говорю, привет, консультант по хайпу. Слушай... Сегодня ведь ничего не будет, никаких Лиг Чемпионов. Я смогу спокойно похайпить? Давай сейчас посмотрю. Ну, типа клавиатур. Нет, сегодня все чисто, все как раз идеальные условия для того, чтобы хайпить. Списал, как игра называлась? Сейчас подскажу. Borderlands 3. На самом хайпе. Все, спасибо, не отвлекай, я тут Лигу Чемпионов смотрю. Пока. Пока, консультант по хайпу, спасибо. Вот, так что так с ним мы сегодня поговорили. Все сказал нормально. Поменялась ли система покупки попкорна у Витца в кинотеатрах? Блин, давно в кино не были. Но последний раз ему удалось заказать. То есть, понимаете? Что-то изменилось в нем. Так, пойдемте мясокраду поможем чуть-чуть. Так, липут аккуратно. Ой, ну знаете, на самом деле давно в штаны не играл, поэтому даже в Borderlands весело сейчас мне. Не то, что даже в Borderlands весело, но в целом я имею в виду, что иногда надо. Для фана погонять что-нибудь шутерное. Я знаете, о чем задумался? Теперь из-за этой Call of Duty дурной надо будет ее проходить, походу. Чтобы посмотреть вот всю эту жесть, кровищу, кишки. Там что-то обещали детей, пленников на войне, химическое оружие. Что только не гарантирует. Неудивительно, что ее все пытаются запретить. Такую жесть показывать. Ох, Activision, ох, с ума сошли. Blizzard утянули, да? Теперь войну развяжут во всем мире. Своими провокациями. Орк, не хочешь подключить Иван с пиньятой? А, подключен. Спамьте пиньят, пожалуйста. Мне очень нравится. Если я найду какой-то сундук, вы еще сможете получить лут. Поэтому я стараюсь находить сундуки ради вас. Может быть, вот это крутой сундук? Нет, хрень какая-то.
Так, дробовик в дальнем бою такой себе. Согласен, согласен. Видите, у меня тоже два набора оружия, как в ГВ. Лостарк, стримить будешь? Все возможно. Как бы я не знаю, что я буду стримить даже на этой неделе, чтобы загадывать уж совсем дальние перспективы. По-хорошему надо бы, ну, понятное дело, вов один стрим хотя бы. По-хорошему надо бы, не знаю. Я бы Control хотел посмотреть сам, лично, для себя. И надо бы Man of Medan еще раз перепройти. Control больше мне интересен. На Ютубе вышло разоблачение на Бобби Котик. Он портит Blizzard. Нет, нет, что, нет, они что, нет, что? Что, кто-то кто-то знал правду? Кто-то узнал правду? Это отвратительно. Так, где мой 6-й левел? Полоска что-то вообще не заполняется. Как будто я... Как будто опять в классику вернулся. Верните классический Borderlands, самый лучший. Сейчас все оказуалили вообще. Это система подбора игроков. Вот это... Это уже не глубокая игра, это какая-то сессионка. Зашел и... И убиваешь мобов. Что? Я должен это подбирать? Мне только что в лицо толчок прыснул. Но пушки здесь охрененные. Смит для 5-го уровня. Так, возьмем. Это какая-то фигня для 6-го, но мы сейчас... Так, где эта крутая пушка для 5-го уровня была? Во. Место пистолета ее возьмем. Блин, это тоже дробовик, что ли? Да вы измываетесь надо мной. Так. Ладно, тогда возьмем пистолет обратно в место. В общем, поменяем их местами. Будешь проходить эту игру? Ну, посмотрим. Я не знаю, сюжет Borderlands, он вообще ценен. Ну, те, кто проходил предыдущую часть. Сам по себе. Просто я не знаю. Я ни одну борду до конца так не проходил. Просто немножко начинал утомлять геймплей. Вот этот вот. Медитативный, но немного утомляющий. Такс. Во вторую борду, что ли, не играл? Там такие же точки были. Так я помню, что ли. Ну, я играл, но, я же говорю, немного. Так, ну, смотрите, какой-то клубец. Давайте зайдем. Второй хороший сюжет был. Так, Эй! Блин, прикольно сделали акустику. Подходишь, и главное, и подходишь, и у тебя начинает эхо быть. А потом отходишь, его нет. Блин, как они это сделали? Посмотрите. Типа ты такой подошел вплотную и... Жесть. Эти Twitch интеграции. Так, священный телецентр. О! Итак, рада поприветствовать. О, пора поприветствовать. В общем, техническая заминка у нас тут. Видюху, приветственная церемония. Парочка видеоказней мы выложим потом. Чмак-чмак. Не забывайте лайкать, да. Это было очередное выступление. Непогрешимой королевы богини Тайрин. Священный телецентр снова открывает свои гостеприимные двери для ваших публичных исповедей. И донат. Зря они переводили donations как пожертвование. Надо было донаты писать. Сразу бы было супер аутентично. Эта локация мне напоминает, помните, в Bioshock Infinite был какой-то уровень, где были, двигались какие-то фигуры на тебя. У него, похоже, была раскраска. Не знаю, почему я вспомнил. Но я... Так, что у нас тут? Опять для 6-го уровня. Я не буду... кормить этих капиталистов, которые не сделали для нас 5-левельных ничего вообще. Так, ну пойдемте дальше. Го рейдить других малоизвестных стримеров. Зачем? Мы тут игру стримим. О, посмотрите, мой компьютер, с которого я сейчас сижу. Блин, а как они это сделали? Вот это вот эффект с эхом. Сколько у них всего так, мартыш? Молодец. Такой, а, чуваки, давайте забьем на стрим, пойдем рейдить стримеров. Между прочим, Twitch такое не любит. Вернее, он не любит, когда на стриме
запускают стримы других стримеров. О! Это как в «Назад в будущем» было. Типа, Марти, Марти, аппаратура под напряжением. Да ладно, док, все нормально, как шлепнул по гитаре. Но там было в другой последовательности, конечно. Мур, как тебе такое? СМИ в России хотят ввести уголовную ответственность за кражу внутриигровых предметов. О, блин, и как они это все делают? Ну, нормально, чё. Ну, может, не уголовно, хотя бы административно. Но хоть какую-то ответственность, возможно, имела бы смысл. Ну, типа, это же все равно кража. Наверное, это нормальная инициатива, не знаю. Ну, ну главное, чтобы потом не было новостей о том, что человек дал 5 золотых в World of Warcraft, его посадили на 6 лет. То сейчас все новости в подобном, так что... Как бы направление правильное, правильное, а вот дальше уже вопрос. Так, Орк, он украл мои лутбоксы, да, и на самом деле за лутбокс-то можно и это-то. И по полной разборке устроить. Вы вспомните, что так не происходило. В этих онлайновых играх. Сколько было стрелок забито в Counter-Strike'ах, линейках и прочих игрушках. Сколько было разбито морд. Все, все слишком реально. А что есть реальность? Мы такие, а эти внутриигровые предметы, они же не настоящие. Но что есть настоящее? Что если мир, в котором мы живем, не существует? А что если я сам придумал этот мир и ничего не существует? Кроме того, что я вижу... Кроме того, что я сам себе насочинял. И эта игра, и этот чат, все это лишь выдумки моей фантазии. Ну, ну хотя... Так, вспоминается новость от Дождя лет 10 назад, когда в Вове украли меч, кладенец и что-то еще. Меч, кладенец... Лихата бы посадили за твой топор. Да, первые, кстати, первые, против кого бы я этот закон обратил, это Лихаты. Я бы его просто упек в тюрьму. За то, что он сделал тогда. С топором. Я бы пошел в суд сразу же. Так. Сейчас будет долбить. Смотрите. Ну и это все, а как же там, типа, пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. И после этого что-нибудь в духе. Здесь так красиво, перестаю дышать. Так, Орк, это история про топор. Походу, над своем надгробии... Походу, на своем и надгробии Лихат напишешь. Нет, только над Лихат. Напишу, он бы тут не лежал, если бы не топор. Ивенты с пиньятой и редким дропом для зрилов нормально работают в борде только на английском языке. На всех остальных языках через раз. Ну, он через раз меня устроит. Главное, чтобы хоть как-то они... Хоть иногда они были. И добавляли веселье. Орк, твой донат не настоящий. Возможно. Надо проверить. Давай, давайте проверим. Тест на вселенную. Так, а ну стоять! А хотя, ну у меня же гранаты есть. Ой, этот псих-то как подлетел. А, господи! Не, вообще графон мне нравится, прям вкатывает. О, наконец шестой, сейчас столько шмоток наден. Я не знаю, Digital Foundry что-то, видимо, совсем зажрались, если им этот графон кажется хреново, ну, хуже, чем в борде второй. Но, правда, они так не говорили, конечно. Это я утрирую, чтобы у меня был как бы антагонист на этом стриме, с которым я воюю. Как будто я за добро, а вот есть тот, кто за зло. Я решил выставить сегодня Digital Foundry главными злодеями этого стрима. Зря они так про графон, зря, ох, зря. Красота, сейчас как вкину очко талантов, привет. Так, дайте-ка мне
Куркада не работает, мы можем голосовать зрителями за то, что будет твоей пиньяти, но у нас она не работает, ячейки выбора пусты, поэтому мы тебе, по сути, не помогаем. Нет, вы помогаете, понимаете? И мне не важно, что там внутри. Мне не важно вообще. Я просто хочу, типа, внимание от вас получить. Кусочек. То есть я получаю пиньяту, и мне на душе хорошо. Это как, когда вы нарисовали открытку кому-то на дне рождения. Ему и нафиг не нужна была эта открытка. Но ему приятно, что вы вот взяли и уделили ему вот определенное количество времени и Так, берем щит новый. Кстати, гранат третьего уровня против первого. Так, и как бы, ну, получается, вот. Так, господи, консультант по хайпу, что там дальше было? Так, сейчас скажу. Дальше скажи им. И вот как бы вот. А, ну и вот как бы вот. Все. Рупинят в любом случае появится за левел ап, вне зависимости от нас. Так, где-то пиньята есть? Как же этот клэптрэп болтать любит. Рука, предпочел твой стрим матчу Зенит. Тебе приятно? Так, предпочел мой стрим... А, ну да, да. Потому что на матче Зенит футболисты не скажут тебе привет. Вернее, скажут за кучу денег. А я за меньшее количество денег. Так, стоп. У меня вроде появился наконец... О, наконец хоть какой-то пулемет, типа. Нормальное оружие на втором часу, на третьем почти часу игры. Господи, токсичная обезьяна! Да это же стример-нинджа. Такс. Как доказательство, что стрим может быть веселым и без матом? А, это я доказательство. Это потому что клэптрэп шутки шутит. И матч Зенита, потому что у вас выбора нет. Тут повеселее будет, наверное. Уж как не пытайся. Так, сейчас сами с бомбадилом гоняем бардо. Помощники не нужны? Да вроде пока как-то, понимаете, я иду, вот потихонечку что-то впитываю, рассматриваю, не спешу. Все нормально, не знаю, пока не надо, наверное. То есть я как бы пришел с ним позалипать сюда. Не особо мне прямо нужен прогресс, лут и вот это вот все. Я вот подбегаю к колонкам и наслаждаюсь. Лайв-стриминг. Блин, надо, короче, записать это и себе на заглушку поставить. Хотя там крутая рисованная анимация. Вместо этого я возьму просто кусочек из игры. Ну, ладно. Фигня идея. Оркестр пиньяту не взял. Стоп! Где она? Выбрал все пиньяту. Так, стоп. Обезьян, ты где-нибудь видела пиньят? Да ткнись! Дурацкий клаптрап. Так где была пиньята-то? Там, где ты левел получил. Так я здесь получил. Так, Горка, классик уже не хайповый? Нет. Куда классику? Мне сегодня консультант по хайпу все объяснил. Сказал, классик отстой. Я говорю ему, консультант по хайпу. Но ведь меня вчера смотрело 1800 человек на пике. Он мне в ответ. Сейчас посмотрю. Ну это боты были, Орк. И тут я понял. Смотри на меня. А, господи, вот где эта пиньята-то. Так, вот почему он постоянно болтает. Потому что тут пиньята. Ну, слава богу. Почему пиньята стала такой модной? Что... Одни мексиканцы играют теперь в игры. В Fortnite пиньята, здесь пиньята.
Никогда в жизни не видел пиньяту, настоящую. Никогда ее не разбивал. В Total Overdose были пиньяты. Ох, хорошая игра была. Короче, сказали бы, что где клэптрэп орет, там и пиньята. Я бы понял. Потому что я этого из-под земли готов достать уже. О! Бум. Это был 808-й бас. Как в каждом треке на планете Земля. Так-с. Идемте сюда. Теперь сюда. Теперь сюда. Господи, столько лута. И нахрен не нужно вообще. Я иду такой. Типа, да на... Даже нагибаться лень. Надо было брать ультра-супер-хардкор режим. Не, Digital Foundry, конечно, взяли, обосрали графон просто ни за что. Так, смотрите, у нас есть офигенный щит для шестого. Есть вот такой щит для шестого. Есть редкий щит для шестого. За 290, а у нас 5000. Давайте возьмем. Опять срач в рюкзаке. Так, давайте тогда продадим. Так, забирайте все белое. Так, и еще что? Первого уровня пушек нафиг не надо. Второго уровня пушек нафиг не надо. Пятого, второго. Ты пятого забирай, господи, нужно оно все. Теперь давайте. Теперь дайте. Че там орет-то все, обезьянка? Погладить ее надо. Так, погладить. Ух ты, молодец. Так, оп. Все, теперь у нас синий щит. Марк, ты фанат прошлых частей? Да не особо. Я начинал и первую борду, и вторую борду. Ну, я вот играл пару часов, потом мне надоедало и... И как-то заканчивал. Не знаю. Видимо, надо реально в компашке играть тогда. Хоп! Ну, шо у нас здесь? О, стример, значит. Ну, сейчас я тебя... Сейчас ты... сдохнешь. Рупор, я глаз Рока. Пошел ты нахрен, в этом мире останется только один стример. Блин, вот этот, кстати, бой прикольно оформлен. Светомузыка, помните? Помните всякие крутые игры, типа... О, топовый босс-файт. Вот ради такого можно и задержаться в игре. И графон охрененный. Вот Digital Foundry, конечно. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Так, все, сейчас подождите. Не стример, он диджей же. Да это одно и то же. Качает. Маркш просто скипает мой музон. Сделай хоть что-нибудь. Нахрен... Нахрен уж просто слушать музон. Вы послушайте этот музон. Красотища. У него иммунитет. Сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет. Ох, собака. А, собака номер два. Так, надо отсюда сваливать. Короче, я понял тактику на этого босса. Надо не попадать под эту фигню. И спокойно его бить. Попал под эту фигню. Прописать новую машину под этот качающий бит. Еще под это можно написать. Да ш... Тут должны быть, знаете, должен быть текст в духе «Моя жопа». «Моя жопа». Ну, в таком духе. Тут никакой лирики не положить продолжительной. Надо одно какое-то слово и зациклить его. Так, надо в центр сбегаться.
Так, Орка, выходи из Void Zone. Да это понятно. Так, во, опять долбит. Не, вот этот босс мне нравится, нравится. Если бы такое было в борде второй, я бы, наверное, в ней остался. Подольше. Но имеется в виду в начале, вот. Там как-то начинается все тухлее, чем здесь. Так, вот, что-то опять какое-то у него это. Ох, как долбит-то. Так, вот сейчас непонятно. А нет, все еще пока работает тактика отбежать в центр. То есть трек это лаг получился, а под это не выйдет? Это лаг был плохой трек. Но неважно. Так, блин, рупор, собака. Обезьян, спасай. Господи, дайте пигмея какого-нибудь быстро. Дайте пигмея. А-а-а, пигмея, плиз. Рак. Этот стример рак. Он рак. Сейчас будем делать кочевый бит. Так. Ну чё, привет! Лох. Вы крутые. Я буду, короче, в бит стрелять. Не, прикольный босс-файт. Я даже тактику не соблюдаю, потому что прикольный босс-файт. О, тихо! Собака, опять я не туда вышел. Ладно, надо собирать хилки по-хорошему. Обезьян, давай. Давай, кидай в него бочкой. О, иммунитет. Все, прекрасно. Да все, я делаю кнопку F. Что вы начинаете? Вернее, я сейчас сделал. Все, бежим его. И со спины. Ух, какой крит в лицо. Пишешь трек, хочешь звездой стать? Зазвездиться? Зачем? Я же уже... Так, уберите мелкую утварь эту, пожалуйста. Блин, у него такой прикольный эквалайз щит. Надо срочно собрать. Блин, нет! А, я понял. Где загораются зоны, там и задница. Господи, я наконец тактику понял. Так, давайте попробуем. Хилк, плиз. Спасибо. Представляете, понял тактику. Не прошло и 2 часа 12 минут от стрима. Так, отбегаем из центра. Я хотел отбежать из центра. Так, дайте хилку. Там уже нет хилки. Ладно, короче, надо добивать его. Обезьян, давай. Не знаю, ну гранатами его закидаем, достал уже. А, прекрати душить. Диджей, можно что-нибудь... Нормальная музыка.
Нормальная музыка играет. Как она называется? Вернее, очень плохая музыка. Ресип это. Сейчас отобьюсь от пигмейских. Сейчас, если сдохну, убив босса от каких-то пигмеев, вот это будет супер обида. Так вы задолбали меня. Все, стелс. На тебе в бошку. На! Крит. Раз, два, крит. Три, крит. И уровень 7. Где обезьянка? Где обезьянка? Кто убил обезьянку? О, пиньята. Такс. Оп! 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 Орк уже наглядно показал, что на FP начинает оттачить босс сверху, показывает метку, так что не надо тут наезжать. Так, хватит, вы что, опять какой-то срач устроили? Всех забаню. Человек повтор, это я не тебе. Так, обезьянка на месте, ну-ка погладим ее. Все. Так, что там надо было? О, смотрите, какой щит. Какая-то хрень. Так, возьмем квестовый предмет. У меня вроде что-то было для 7 уровня. Давайте поизучаем. Так, 8, 8, 6, 1, 1, 1, 6, 1. О, гранат есть для 6. Прекрасно, замечательно. И талант, конечно, кинем. Опять в хил. И теперь меня точно никто... К нам донат. Слышь, брат, поцелуй мой белый зад. Это что, простите, заебало? Где наши человые интеллигентные посиделки? На тебе в бошку. Серьезно? Что? Джин, ты совсем уже... Ты совсем с цепи сорвался. Что ты пришел... опять токсичить? Так, смертослов. Неограниченная емкость магазина при стрельбе оружие нагревается и в конце концов ломается. Так, нет, давайте заберем и то. Ага, у нас есть такая пушка, хорошо. Привет, спасибо за донат, но ты психопат. И это в рифму даже. Бабло, предали семью. Тут это боссы говорят, оказывается. Боги не идут на переговоры. Зачетно, да? Зачетно. Короче, как я уже сказал, карта эта нифига не работает. Так что валяй, можешь у меня ее одолжить, а потом я ее сама заберу. Ты мой самый верный последователь, грабитель хранилища. Так, понятно. Я знал, что ты ее найдешь. Доставь карту на базу и глаз с нее не спускай. Один раз я уже ее потерял, а второй раз не хочу. На актрису одну похожа при определенных ракурсах. Я забыл, как ее зовут, поэтому ничего не скажу. Так, все, пойдемте дальше. То... Вот донат, залетел к нам донат. Слышь, брат, поцелуй мой белый зад. Блэд, в этом мире хоть кто-нибудь играет не за этого персонажа? Я выбрал этого персонажа совершенно случайно. Возможно, все тоже не поняли, потому что разработчики сделали какое-то очень странное управление для пекарен. Обычно... О, речь рупора, запись. Так, ну-ка возьмем. И вообще, мне консультант по хайпу так сказал. Как только мы получим карту, наши последователи припроводят вас к месту приветственной церемонии. Вы же в ожидании нашего прибытия и вступления в семью поспешите очистить свои ряды от вольнодумца. Великое хранилище ждет. Так, использовать, забираем. Ух ты, матерь! Так, берем. Это рифла, понимаете? Вы у меня в прицеле. Как много целей. Какие мыльные текстуры. Я сейчас такой. Здравствуйте, в эфире Digital Foundry. Мы рассматриваем...
Почему я докопался до Digital Foundry? Хорошие видео делают. Но мне нужны антагонисты на этот стрим. Поэтому, к сожалению, они лишь подвернулись под руку. Так, другой режим, думаете? Тут есть два режима. Первый, я так понимаю, очередью, а второй фигачит, собственно, одиночными выстрелами. Короче, будешь делать сайт-квест в этой игре? Не знаю, может быть. Я еще пока даже не знаю, будем ли мы ее проходить. Вообще очень стильненький уровень был. Вот этот уровень прям понравился. Прям великолепный. С клубником обожаю такой. Это как танцующая богиня, только версия 2019 года. Сейчас никому уже не нужен азиатский поп-мьюзик. Всем нужен клубняк бездушный, поэтому... Так, все, пойдемте искать. Сайт-квест, лайв-стриминг. Голова помощника Ван. Это же голова в банке. Все-таки это не самое странное из того, что вы видели сегодня. Ван, ты не знаешь, кого это тут обезглавили? Не может быть, это же Вик, моя заместительница главаря. Она моя лучшая брателла. Бери эту голову. Наверное, они допрашивали ее в виртуальной реальности. Мы использовали ту же технологию, когда ловили шпионов из других корпораций. Или когда из общего холодильника пропал салат с брокколи. Не было времени приготовить, но Вик застрял в виртуальной камере пыток. Вытащи ее оттуда. Да, потрясающе. Мне еще никогда не приходилось оказываться внутри головы. Где-то рядом с воротами СТЦ должно быть устройство загрузить тебя в виртуальный конструкт. Я бы сам туда отправился, но... У меня пунктик насчет виртуальной реальности. Я никого не позволю разбирать мое тело по молекулам. Я аналоговый. Удивительно, что дети хранилища используют технологию виртуальной реальности. Правда, в последнее время она здорово подешевела. Люди создают VR целые миры и живут в них, просто отправляясь в миры, которые были созданы 7 лет назад. С твоим темпом без побочек часов 25 проходить. Быстрое перемещение. Так, а что здесь еще? Какая-то фигурка. Золотые мускулы. Что это? Нашли статую детей хранилища? Помогите Вону напакостить детям хранилища, заменив это уродство на кое-что более интересное. Вон, я нашел монумент детей хранилища. Тебе о нем что-нибудь известно? Дети хранилища понастали тут этих своих идолов. Знаешь что, мы проучим этих сосунков. Сообразим наших собственных идолов. По моему образу и подобию. Да, отличная мысль, да. Сначала найди все плакаты разыскивать с моим изображением. А, да, к сведению, я люблю, когда меня разыскивают, понял, да? Захреначим мои изображения в этот трехмерный сканер, тогда получится статуя, похожая на меня. Прикинь, как Калипсо разозлятся. Такс, ага. Я променял должность бухгалтера Гипериона, да. Бла-бла-бла. Ну там это, бла, значит, все. Ну, собственно, хороший был сюжет. Так, сейчас, секунду. Секунду, сейчас продолжим. Так, ладно. А, ну чё там вякаешь-то? Ну на тебе поглажушка. Кто же они такие? Сюжет скатился к бла-бла. Стример скатился. О, сейчас оценим, как бьет эта пукалка с адского расстояния. Так, понятно. Научиться. Нет! Как ты можешь говорить подобное танцующей богине после того, сколько вы вместе пережили? Все знают, что танцующая богиня топ за свои деньги. Так, и чё, и куда? И куда теперь? Обратно сюда? Надеюсь, хоть босс не надо убивать.
Ну, не смешно, чат, ну, вообще ничего смешного. Я для с вами собрался для чего сегодня? Для интеллектуальных посиделок. А вы вместо этого, вот во что сегодня стрим превратили? Какой-то клубняк, значит, слушаем. Потом, значит, в ущелье прыгаем. Ну, что это такое? Трактор история. Бегу к кораблю в Бутибе и подбегаю. Он начинает отплывать. Последний рывок ордынский рога кидает отвлекающую бомбу, и я падаю в воду. Ну, он крутой. Правильно все сделал. Я бы тоже как-нибудь так сделал, но это же смешно. Ну, то есть я понимаю, типа... Ух ты, смотрите. Это стильно, это стильно. Это как будто я Луцио из Overwatch, я такой бум-бум-бум-бум-бум этими звуковыми волнами. Своей магией своего клубника, прямыми бочками стреляю во всех. Игра не лагает? Ну, бывают потери кадров, то есть я не могу сказать, что ровные 60. Ну, как бы на моем конфиге, который, по идее, уж должен тянуть эту игру, все идет хорошо. Марк, если умираешь очень часто, после смерти можно услышать первую строчку из вступления Skyrim. Да, я читал это в новостях. Было забавно. Так, короче, отправляемся, видимо... Одним больше, одним меньше. Легато. Спасибо большое. Вот вам гусь. Спасибо большое за новый субскрайб. Вот вам гусь стаккато. Раз уж так я, полный набор. У нас был легато, но больше он нам не друг. Теперь у нас будет легато, как замена. Так, может просто уже фастравальнем и все? Нам же все равно не надо больше здесь ничего делать. Чтобы перейти к виду с орбиты, нажмите R. Так отстань от меня с ним, вид с орбиты. Пропустить. Так, господи. Окно аж вылетело. Так, нам надо вот аж сюда. Так, как теперь сделать fast travel? Так, задание, снаряжение, карта, выбор маршрутной точки, вид с орбиты. Перевал Завета, утес Вознесения. Перевал Завета. Так, стоп, секунду. Так. Господи, боже, жесть какая на планете-то, охренеть просто. Как можно жить вообще на это? Это же реклама Xbox ходячая. А не планета. Вот смотрите, вот если вот так повернуть, вот прям вылитый логотип Xbox One. Посмотрите. Много раздражает навязчивое окно с предложением прикрепить Twitch аккаунт. Да больше его не будет, это только в этой игре мы. Такое. Так, я понял, как это делается. Короче, мы делаем суш и перемещаемся в суш, да? Делаем вот сюда перемещение. Оп, и поехали. Так у тебя рядом квест был на виртуальную реальность, да? Ладно. Вот у меня виртуальная реальность. Так, ладно. Ну, подумаешь, заруинили, зато сделаем мейн-квест. Он ее заводит, как будто эту газонокосилку. Врум-врум-врум лентой. И потом пошло. Так, Лилит. Ты, значит, носишься там, спасаешь вселенную и все такое, да? Круто, круто, наверное. Я тоже наслаждаюсь этой, как жизнью. Господи, должна была это предвидеть. Так, ну что, Лилит, радикулит, давай с тобой поговорим. Искатель-хранилище, карта у тебя? Да, огненный ястреб. Охота вышла успешная. Называй меня просто Лилит. Карта у тебя? Круто! А это, солнцекрушители моих видел? И почему от тебя пахнет пылью человеческой кожи? Твоего клана больше нет. Тайрин Калипсо перебила их всех. Это было жутко. Черт, я же так и сказал! Нет! Закрушители не плачут. Если Тарин Калипсо хочет вендетту, она ее получит! Гигантскую вендетту!
Я знала, что дети хранилища опасны, но это даже хуже, чем я предполагала. Ну, хотя бы карта у тебя. Честно говоря, уже и не думала, что увижу ее снова. Кстати, это не просто карта. С ее помощью мы открывали другие хранилища. Каждому хранилищу нужен свой ключ. Что ж, давай на нее взглянем. Давненько я ее не видела. Так, да. Да, она не заряжена, погоди-ка. Черт, не работает. Что-то не так, она должна заряжаться. Придется идти к спецу. На всей Пандоре есть только один спец по иридианским технологиям, Патриция Танис. Она ведет раскопки на той стороне долины. Покажи ей карту. Покажи ей карту, потом сходим. Так, я слушаю внимательно. Да. Я присоединюсь к вам, как только смогу. Надо еще кое-что сделать. Надо найти Мокси. Или Миксер. Макси. Моркси. Морки. Маффин. Как ее зовут? Так, погладим обезьянку. Так, ну что? Куды нам? Да на машине доедем. С Морки. Нет, мне кажется, явно не сморг. Опять троллить. Блин, нормальный графон. Господи, Digital Foundry. Все, пойду дизлайк поставлю. Это просто невозможно. Как можно было такое сказать? Так, мы куда едем? Куда карта делась? Верни карту. Все. Поклонничек, ты точно за ту команду играешь? Не, я понимаю, мы все с детства мечтали стать детство, твоя невеста, честно. Мечтали стать мы, да. Хорошие были субтитры, все так и понял. Я не просил, обе отпилил, прикинь, а теперь пытается балансировать на своих обрубках. Секундочку. Испуганная не на вкус лучше. Так это о чем я? Да, мои последователи за меня умрут. Так что, когда подойдет твоя очередь, я тебе скажу. А пока беги, поклонничек, почини мою карту. Хранилище мои. Хватит мне звонить. Все эти блогеры названивают. Отстань. Так, нам не сюда. Это мое просто любимое место, я в него заезжаю постоянно посмотреть, как тут дела. Как житуха у ребят. Лилит все же похорошела по сравнению с предыдущими частями. Ну, знаете ли, по сравнению со всеми ее частями. It's time to fight. У нее есть одна великолепная такс. Да. Ну что, чат, давайте интерактив. Какой вы сейчас... В очереди. Или это мы не здесь делаем? Что это значит? Типа я ставлю щит, когда пригибаюсь? Или что это? Может, у меня был такой скилл, а я его даже не юзал? Или это просто какое-то символическое обозначение чего-то? Предоставь доступ к Твичу, а то как-то не очень смотрится. Что? Кого? Чего? Так, в следующий раз вот на русском можно, если... Это чекпоинт, смотрите. Теперь меня арестнут здесь, если вдруг что произойдет. Слышали о такой механике? Чекпоинт. Это специально сделано, чтобы облегчить прохождение. То есть в некоторых играх, ну, их невозможно пройти, ни разу не умерев. Вот, и иногда игрок ошибается, все дела, умирает, и он возрождается у точки определенной. Чтобы с нее потом начать. Приветствую тебя, непрошенный гость, топчущий мои... Господи, ты, наверное, Танос. Да, это я, ты, видимо, новый искатель хранилища. И ты, вижу, с картой. Ну, что ж, поздравляю, давай ее сюда.
Я смотрю этот невообразимо сложный и бесценный инопланетный артефакт. А ты пока можешь подождать снаружи и украсть все, что тебе приглянется. Спасибо, Танос. Так, давайте поворуем. Мне нужно проверить кое-какую гипотезу. Просто стой и слушай. Это не диалог, твое участие не потребуется. Как я и подозревала, Тайрин Калипсо — сирена. Судя по всему, она питается жизнью. Культ для нее — это источник пропитания, да. Как тебе должно быть известно, хранилище скрывает источник невероятной силы. Страшно подумать, что будет, если близнецы Калипсо доберутся до него. А это там правда кто-то кричит или у меня слуховые галлюцинации? Я тоже их слышу. Чую, сейчас польется кровь. Эй, суперфан! Эй, чё, подписчик, вы там починили карту? Отдай её мне! Чё, или сдохнуть хочешь? Так, походу, это щит. Так, опять это бла-бла-бла. Ну что, что-то сюжет-то нормальный начнется, когда без этих бла-бла-бла коней. Там мужик только что, который говорил, сказал, что рекламу воткнет везде. Вот нормальный блогер, сразу видно. Я уже в пути, искатель хранилищ, не подпускай к Таносу и карте. Марк, а можно, пожалуйста, когда будешь снова с Лейд говорить, снова показать тебе две улучшенные детали? Надо найти Мокси. Хватит нос коксить, куксить. Ладно, неважно. Забейте. Так. Ух ты, какой лут падает. Прекрасный. 7-й уровень. Ну ладно, возьму, продам. Какому-нибудь нуждающемуся. Вы у меня в прицеле. Так, как там вдова говорила? Она что-то наверняка говорит перед тем, как стрелять. Тут псих надоел. Орк, а можно будет, пожалуйста... Так, нет, но это бан. Что, коксить? Такс. О, минус лилипут. Так, ну что, дорогой чат. Вот сейчас настало то самое время, когда вроде как в игре контент застопорился. Нужно срочно подливать откуда-то извне. Нужна ваша помощь. Давайте, какую-нибудь новость, крутую новость. Поиграем в Warchi Times. Представьте, что вы как будто Warchi Times, а я как будто смотрю. Вдова говорит, увидимся у нотариуса. Шить. О, Лилит прибежал. Но если она вдова, то с кем ее видится-то? Так, у меня сегодня свет днем отключали. Блин, это круто, это круто. Это, ну, действительно... Нет, это полный булл-счет. Можно что-нибудь нормальное? Оркубарды 3 иногда слетают сохранения. Ошибка признана в ЕГС. Да, но ее вроде пофиксили еще вчера. Так, взорвал эту грушу. Короче, хедшоты здесь прям сочны, как... Как Лилит при определенных ракурсах. Я гитару купил. О, хорошо. Так. Мне нужны боеприпасы. Все, сейчас вернемся к вашим... К вашим историям. Сперва найдем что-нибудь похожее на припас. Застрял. Так, родственники, мужи и детьми. А у вас молоко убежал. Так, если она вдова, то почему не обтягивающие штанишки? Где вид сзади, не вдова это? Танос, ты нормально там? Нет, но раз уж ты вторглась в мое личное пространство, я потерплю. Кстати.
С учетом моего непревзойденного интеллекта и стесненных технических возможностей, в общем, желаешь посмотреть? Так, так, часть данных повреждена. Похоже, ее пытались взломать неудачно. Так, гипотеза. Пытались зарядить карту с помощью своих способностей, но только сильнее еще ее зарядило, да? К сожалению, можно разобрать только одну планету. Прометея? Конечно же! Ведь, как известно, именно там Тифон что-то мутит. Прометея, отлично сработано, Танос. Значит, на Прометею летим. Видимо, так. Нам нужно добраться до хранилища быстрее Калипсо. Мы с Танис отправимся к ней, встретимся на пусковой площадке Элли. Лили, ты же знаешь, я этого терпеть не могу. Я не могу позволить, чтобы с моим экспертом что-то выключилось. Можно подумать, ты знаешь какого-то другого эксперта. Так, все, мы отправляемся в другую планету. Господи, что... Обезьян, ты что ли? Вот сейчас уже контент не нужен на стриме. У нас как бы сюжет дальше идет. Коэтекма в Твиттере рассказал, что демонстрационную версию NEOH 2 на TGS 2019 опробовало 3500 человек, но лишь 175 из них, 5% от общего числа, смогли пройти до конца. Ну, неудивительно. Я помню, в Секиру, когда на Gamescom играл, тоже ни хрена я пройти не смог. Вот. Но знаете почему? Я отвечу. Я не прошел, потому что, ну, это, знаю, горло першило, это температура была. А почему на ТГС никто не прошел? Ну, так кто туда ездит? Одни журналисты. Так, все, она меня достала. Уже я делаю фаст-тревел, лишь бы не слушать ее этих диалогов. Так, куда нам надо? Склад боеприпасов, точкомат, перевал Завета. Соединять с другой карты. А, ну да. Нет, здесь пройдем. Так, Орк, я... Орк, пересматривал сегодня твою доску по Хоркрафт. Какой же ты раньше молодой был дурачок, пирожочек. Что? Хороший видос. Я удивлен, что его до сих пор не забанили. И страйк не кинули. Но не за что, потому что там и все вырезано. Самые сочные моменты, к сожалению, были вырезаны. Если бы можно было постримить Хоркрафт на Twitch, я бы давно этим занялся. А NEOH 1 ты прошел до конца? Нет, конечно, нужно мне это больно. Да не, просто наскучило. Facebook отказался показывать в России рекламу зомби-комедии «Маленькие чудовища» из-за шок-контента. Лучше бы, знаете, что Facebook отказался показывать? Персональные данные, блин, всех своих пользователей! Вот это они не отказываются. Ой, спасибо, что позвонил. Да-да, как корабль. Ну, почти готов. Осталось только заправить баки и вставить новый навигационный чип. А поможешь Элли с подготовкой? Так, ладно. Да-да, хорошо. До встречи, Лил. Элли, будь готова ко всему. Калипсо не отпустят нас без боя. Так. У меня для тебя кое-что особенное, искатель. Видишь он ту тачку? Это мой биотопливный заправщик. Ему поводов фиг, что топливо надо перегонять. Пара-тройка бандитов завалил, у тебя полная цистерна. Экологически чистое топливо сейчас, да? В смысле нельзя стримить? Можно. Правда, один раз не факт, что долго. Ну да, в принципе, там можно и ненадолго засаживаться. Хоркрафт — игра, которую надо проходить порционно. Нельзя ее вот взять и всю сразу пройти. Сил не хватит. Так, радость моя, если вдруг проколешь шины и взорвешься ко всем чертям собачьим, просто двигай сюда, и мы нацифруем тебе новую. Как уже сказал, тебе надо просто сбить несколько бандитов или еще что-нибудь в таком роде. Ладно, идемте сбивать бандитов. На Твиче только кам в Хоркрафт можно. Не смешно, вот вообще осуждаю. Вот как бы настолько осудительно, насколько возможно.
Так, хорошее, блин, топливо. Видишь, чистое биотопливо. Я планирую расширить бизнес от точкоматов и начать производить возобновляемое топливо. Работенка, конечно, не для брезгливых, но кроме бандитов и скагов, других восполняемых ресурсов на Пандоре не осталось. Приходится брать, что матушка природа подогнал. Мне так нравится, как она... Дрифтуя делает разворот, когда ты камеру выкручиваешь. Так, значит, надо сбивать всех подряд. Вот на этой тачке едем, и я прям чувствую, как местами такие легенькие фризы появляются. Курьер детей хранилища. Ну что ж, сиротой оставим хранилище, походу. Так, ну вообще, что за чушь? Дайте мне биологическое топливо, алло. Так, птицы какие-то, но их я сбить не могу, к сожалению. Они в воздухе. Привет, одного киберспортсмена по игре LOL дали штраф за то, что он играл в WoW-классику во время турнира. Я читал новость, что какой-то киберспортсмен по Хардстоуну проиграл в финале турнира из-за того, что отвлекался на авточес. Вот. Пытался играть в несколько игр подряд. Почти вся команда уже на борту. Как только найдешь навигационный чип, стартуем. Так, все, отлично. Двигаем обратно. Топливо собрано. Это даже легче, чем доку Эммету Брауну в 2015-м найти топливо для Делориана. Там надо было просто мусор. Так, стоп, я куда-то не туда пошел. Там надо было просто мусор собирать. Ай! Вообще, кстати, играм Rockstar лаунчер. Лаунчер не помешает, но знаете, при каком условии? В этом лаунчере должны быть игры, блин! Нахрена вам, нахрена вы нам на компьютер лаунчер ваш... охрененный приносите. Если у вас на ПК, то только GTA-то и существует. Где Red Dead Redemption? Где вот это вот все? Так, я запутался. Надо ехать дальше, походу. А то лаунчер-то они сделали. А что в этом лаунчере будет-то? GTA 4, GTA 5 и все? Список игр закончен? Ну, Max Payne 3, может, еще. Что еще на ПК-то выходило? Так, я здесь проеду. Очевидно, что нет. На Max Payne, LA Noir. Но Max Payne я сам вспомнил. LA Noir это уж когда было. Это наши родители, может быть, застали. Так, в маловарне будет свой лаунчер, где они будут продавать свои игры. Правильно. Так, куда-то, что, куда? Мы же вроде... А, нам надо взять навигационный чип еще, к тому же. Ох! GTA за Hot Coffee эксклюзивно. Блин, Hot Coffee был классным модом. Знаете, у него было в нем что-то вот такое вот. Вот вспомните хоть какой-нибудь мод еще после этого. Вокруг себя такой хайп собирал. Это был, считайте, запрещенный мод, который нельзя было ставить. Все такие, у тебя есть Hot Coffee? Тихо, не говори это вслух, не говори. Да это опять Twitch. Опять, блин, Амстердам теперь тупит. Я ничего не могу поделать. Звоните в Амстердам, говорите, что у них сервер. Говно! Господи, Твич, ну у тебя нормально хоть один сервер-то будет в Европе работать. Я уже через... У нас реально Евротур, а не стрим. Постоянно новая страна, и у нее какая-то очередная ерунда. У Лола есть лаунчер, у Borderlands 2 есть лаунчер. Вы не понимаете суть лаунчеров. А, так ж. Такс. Все мы понимаем. Не надо тут думать-то. Мы вообще-то те люди, которые разгадали ту самую головоломку. Это, кстати, чекпоинт. К
Короче, на следующем стриме попробую другую европейскую страну. Я не знаю, может через Америку стримить, но тогда будет задержка адовая. Типа секунд 40, не знаю. Я просто, я не понимаю, у меня только с Твичом такие проблемы. На YouTube стримы идут только... Только дай боже, ни одного кадра вообще не теряется. Ни одного. Здесь уже 6 тысяч потерялось, и вот сейчас у вас должны быть адские фризы, потому что битрейт в жопе. Я просто сегодня звонил своему консультанту по серверам Твича, говорю... Здравствуйте, это консультант по серверам Твича? Да, это я. Я говорю, а какой сегодня будет сервер нормально себя вести? Вот знаете, чтобы без дропов кадров и т.д. Сейчас посмотрю. Так, сейчас, это типа клавиатура. Сегодня в Амстердаме хорошая погода, хороший поток, хорошее стабильное соединение. Рекомендую Амстердам. Слушай, можешь не отвлекать, да, тут Лига Чемпионов? Да-да-да, не отвлекаю, вот. Ну, собственно, вот как-то так. Подвел, к сожалению, подвел. Подвел меня консультант, все Господи, нет. Можно обратно, нормальный вариант. Я не хочу стрелять. Сейчас будем расстреливать их издалека. Мы же снайпера. Какое мясо, я же проголодался. Так, тебе стоит серьезно пересмотреть свою кадровую политику. Так, да это что правда, то правда. Что правда, то правда. Последнее время как-то подводит. О, заря из Overwatch'а. Так, теперь я ее хрен убью. Мясократ до нее добежал. Когда ты на Ютубе стримил, Орч? Давно и неправда, но туда поток идет хорошо. Пробуй постримить на сервера Финляндии. Там вроде ок все. Попробую, что поделать. Была бы возможность прямо во время стрима поменять сервер. Но нет, надо будет перезапускать, а потом, соответственно, склеивать две записи. Полная занятие. Так, чип где-то валяться должен. Все, понял. Статер, классная кепка, спасибо. Так, у меня проблема с патронами. Как будто я зарегался на Патреоне. Так, да. То есть, понимаете, у меня и правда надо пересмотреть политику кадров и не только кадров с Твича. А? Поняли? Так, берем чип. Элли, я достал недостающий чип. Да-да, мне прямо не терпится улететь. Я столько лет проточал на Пандоре, что вся уже ею пропиталась. Пойдемте клаптрапа возьмем. О, oh, it's клаптрап. Так. Уверен, вы уже заметили, что Пандора не самая гостеприимная планета в галактике. Полагаю, в недалеком будущем ситуация вряд ли изменится. Так что мой совет. Если вам кто-то приближается, сначала стреляйте, а потом задавайте вопрос. Мы это называем пандорским приветствием. Я Тиффен де Леон, рад знакомству. Держи аптечку. Да-да, я записываю мемуара. А я вот впервые попал на стрим Орк по рекомендации Ютуба. Давно пора, господи, сколько можно? Уже все байты возможные были заюзаны. Так, давайте, теперь надо, видимо, вернуться. Там есть какой-нибудь фаст тревел? Нет. Надо забирать этот заправщик и обратно идти. Знаю я одну страну, которая Европа, может, через нее, но у нее нет серверов. Или в ОБС нет, я не знаю. Короче, плохо все. Плохо. Плохо с серверами Твича, все очень плохо. Я сначала пересмотрел все видосы на Ютубе, когда орка стала мало, пошел на стримы. Вот. Можно было в обратном порядке. Так.
В общем, извините за лаги, но надо этот квест закончить, иначе никуда не деться. Ну просто дропа какие-то дебит. Да хватит. Glad to have you back. Ну дропы, да, просто вообще не идут сегодня. Love beer, спасибо большое. О, love beer. То есть это переводится как «Я люблю пиво». Спасибо. А вот тебе тогда гусь этот... ну, креветки. В принципе, неплохая закуска. То есть вот я сегодня ел креветки. К нам донат? Слышь, брат, поцелуй мой белый зад. Вчера сделали манту. И сказали не заходить на второй канал Орка 3 часа дня Арклу. Неплохо. Через каждую секунду дропы. Да я вижу. Я вижу, что полная задница. Но я ничего не могу сейчас поделать. Кроме как перезапустить стрим на другой сервер. Но как бы и так стрим долго не планировался сегодня. Мы закончим. Давайте вы будете представлять. Ваше воображение будет дорисовывать кадры. Как вам такое? То есть вы будете представлять недостающие кадры. Это крутой интерактив. Завтра будет стрим? Вот посмотрим. Посмотрим. Может быть, я все-таки завтра передохну, а то мы стримим подряд который день. Так, куда нам надо было? Я, блин, запутался. Доставить биотопливо сюда. Попробуй Азию через Японию, может норм будет. Но, видимо, придется... Видимо, Европа загнивает, придется или через Америку, или через Азию. Но там будет пинг адский. Ну, то есть у нас будет с вами дилей. Короче, все, давайте так. Это не дропы кадров, это оптимизация борды. Ох, чинить все, 2К Games, вы чего вообще? Так, стоп, что надо-то? Так, ща момент. Не верится, что мы летим на Прометею. Люблю, знаешь ли, бывать в новых местах, тискать новых мужиков. Покажу этим городским такое, что они только о канале о дикой природе видели. Паки заправлены. Ну чё, полетели? Ай, полетели. Блогеры захватили нашу Лилит. Огненный ястреб, просто отдай мне карту. Ну уж нет. Лады, тогда потанцуем. Got it. Чё, взял, да. Волан-де-Морт и Гарри Поттер вновь бьются. О, хороший ракурс. Так, ну, красота! You're a siren? Так ты сирена? Да. Это у нас семейное. I'm the siren. Я сирена, а он просто паразит. В буквальном смысле слова. Когда мы родились, отцу пришлось меня отрывать. Без меня бы он давно уже сдох. Что ты делаешь? Я могу высасывать силы из любого живого существа. Даже из тебя, огненный ястреб. Легендарная искань сохранилища, победительница разрушителя, огненный ястреб. Сколько титулов. А все без толку. Что ж, силу твою я забрала. А теперь можно и прикончить. Тайрин. Файн. Ha 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 ha!
Видела бы ты свою физиономию, ты типа вся из себя такая: «О нет, моя сила!» Тай, Тай, не летай, прямой эфир через 3, 2. Ну как дела, братья и сестры, в прямом эфире с вами Орк и Дроп Кадров. У нас для вас сегодня супер эксклюзив. Первая строчка в топе запросов на касть. Великий еретик собственной персоны. Огненный ястреб. Гляньте-ка, как ее жизнь ощипала. Улыбочка. Теперь попробуем это огненное ястребовость. Где мои VIP-подписчики, субскрайберы? Да, вот они. Но плюшки на этом не заканчиваются. Теперь мы знаем, где находится великое хранилище. Следующая остановка в Рамитей. И не забудьте лайкать, подписываться и донатить, конечно. Don't feel bad, Lil. Не переживай, Лил, все легенды рано или поздно заканчиваются. Ты прожила хорошую жизнь. Или нет? Не знаю, просто в подобных случаях принято так говорить. Так, да, давай уже валим. Хочу проверить, не врал ли Катагава. Бьетки пусть псы доедают. Пока-пока, спасибо за карту. И за силы. Не бойся, я закончу то, что ты начала. До встречи, огненный ястреб, или как тебя там...